Души истины и жизнесы, и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю, привеселися вны и очистены от всякие скверны. И спаси, Боже, души наша. Господи, благослови наше собрание здесь. Путеводи нашими мыслями и всем, что касается исполнения Слова Божия. И сам укажи, кто должен еще подумать, прежде чем принимать крещение. Мы уповаем на милость Твою и щедроты Твои, не покинь нас. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. 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 По порядку начнем, братья. Сейчас я список дам. Список. Да. Так. Все, которые готовятся к крещению, здесь собрались, проверьте себя. Братья, кто будет по порядку, у вас за написанные есть ответы. Сюда давайте. Давайте. Присутствовать. Вот кто будет? Александр. Вот, все, ТМФ, можете идти по этому списку. Да. Александр Долгер. Садись сюда. У тебя где? Давай все сюда. Я сдам. Да, передавай через братья, да и все. Вот. Заявление. Давай. И ответ на вопрос. Там больше сюда. Еще себе тут целое сочинение. Сюда он сядет? Александр, сюда садись. Сюда прям, да? Александр, да, вы сюда подходите, чтобы на тему не слышал. Иногда люди спрашивают, я принял крещение, а что дальше? Так это только начало. До крещения Господь доводит людей практически всех. Это мы знаем, что согласно святых отцов, от 3 до 5 лет подготовка шла. Период оглашения. Апостол Петр сказал речь, 3000 обратилось и сразу были крещенные. Даже одного дня не были они оглашены. А почему? Речь идет об евреях, которые закон знали. И не хватало только пришедшего Христа признать Мессией и Спасителем. А вот вода, как Евна говорит, что препятствует? Он говорит, если веруешь во что? Не каноны, которые мы спрашиваем, не правила церковные, а ты веруешь, что Иисус Сын умер, Сын Божий умер за грехи? Верую. А что препятствует? Оба сошли в воду. Сошли в воду. Не чашечки поливать с головы, не мокрой рукой безобразие наводить. Это мы считаем, в Святой Библии написано. Евнух и Филипп оба сошли в воду. Ну вот вы как готовящиеся стать истинным христианином, какие намерения сделать, шаги или уже сделали, чтобы быть угодным Богу? Исполнять Его заповеди, следовать Его воле до самого конца. А исполнение заповедей что мешает? Человеческое мешает. Греховное, поврежденное человеческую сущность. А как в Библии выражено, чтобы от этого избавиться? Какими словами? Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Дальше становится. Получите дар Святого Духа. Да. В чем каяться? Именно тот вопрос, который вы затронули Мирское. В чем? Вот он не знает человек. Я, говорит, только пришел, ну что, я и перечисляю, там и живу. Там женой нормально, из дома товары не вытаскиваю, наоборот, дом приношу. Он все рассуждает правильно. Но вот самый главный грех – неверие Сына Божия. Как эти слова, которые вы сказали, выражены тоже в 3 ступени? Покайтесь, веруйте в Иисуса. Что дальше? И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Получите дар Святого Духа. Да. А вот как это выражается так, чтобы людям было понятнее? Говорят, стяжание Духа Святого. Да. Я практически ни одного не встретил, который бы объяснил даже верующие. А это центральная фраза Серафима Саровского. Смысл жизни в чем? Люди придумали сына родить, дерево посадить, дом построить. Я говорю, сын наркоман, дом тебя противники зажали, сожгли, а дерево само по себе упало. Буря его. И где смысл жизни?
А смысл жизни должен быть выполнен в любой ситуации. Вот я надеялся столько-то прожить. Тебе всего-то 20 лет. Ну, средне 70 лет, Библия говорит. А ты можешь умереть сегодня же. Не потому, что ты на море, а даже на земле. Заснул, навстречу вылетел, и сразу ударили, и все. Вы знаете, главные герои где погибают? На дорогах. Больше всего нам мешает, вы знаете, что наше «я», вы ответили правильно. Но как от этого избавиться? Какими словами выражено это в Евангелии? Отвергни себя. А, вот. Объясните это слово. Это значит, надо свое «я» полностью растоптать. И чтобы только воля Божия, Его Слово, было мерилом во всю твою жизнь. А как узнать, что «я»? Как «я»? Когда «я» – это «я»? Вот надо просто очень хорошо себя знать. А как лучше, когда кто-то с тобой близкий подскажет тебе или сам для себя до этого дойдет? Конечно же, когда есть верующие братья. Со стороны вина наша походка. А в общем-то мы сами не знаем, как она идет. Да. Ну и какие вы методы приложили к тому, чтобы отвергнуться? Вы считаете себя отвергли себя? В целом, да. В целом, да. Я вас запомнил, то я Пармолину, Антонию, вчера не было этого лекарства. Вчера были. И вчера нашли. Я там целую печь устелил, что не забудьте взять, довезти. Я по нему вас узнаю, кто вы. Может, поделитесь, чтобы другие знали, как отвергнуться себя конкретно? Как отвергнуться себя? На самом деле, отвергнуться себя самому невозможно. Это погромче, давайте. Самому это невозможно сделать. Это может сделать только Бог. Это как дар, который... Он тебе дает в ключевой момент твоей жизни, как это у меня было в августе, 20 августа, с 20 на 21 августа 2022 года. Предшествовало этому событию очень много, это очень долго пересказывать, если честно, но вот ключевое, что было, я уже ходил в церковь после этого. Примерно полтора года православно. Я был не из верующей семьи, отец неверующий у меня. Мать верующая была, но в церковь не ходила. Но по мирским понятиям, абсолютно порядочные люди, ну, по моему взгляду. Но, к сожалению... Но кого из знаменитых людей знаете, которые отвергли себя и конкретно сказать, вот момент, когда он отвергся себя? Апостол Павел. А Савве, когда он? В момент, когда он когда ехал в Дамаск, на него его озарил свет, и Господь ему сказал, что ты гонишь меня? Ну, он был верующий до этого. Был ли он верующий? Был. Как но не в сына. Фарисей, правда законы, непорочный. Непорочный. И он делал ради Христа все. И оказалось... Против Христа. Да. То же самое. Мы можем ли сегодня так, вот как-то, сам человек не знает, а помочь ему? И как он, если он рожденный свыше и готовится к этому, как он будет реагировать, когда ему указывают, у тебя главный недостаток вот этот? Ты боишься, когда что-то тебе скажут, не нравится. Да. Боишься там семья, что-то как-то. Как к этому привыкнуть, что... Я отвергся себя, растоптал себя. Как? Почему святые так боролись с этим, боролись всю жизнь? Вот у нас здесь, кто может слышал, Амвросий Юрасов, архимандрит монастыря в Иваново был. И он говорит, у нас специальные уроки на это были. Я говорю, а какие? Ну вот такая-то хорошая, самая работает, тут, ну некуда, она вот видишь, она такая. Он ее вызывает, ну-ка иди сюда. А, ты где была сегодня? Батюшка, я нигде не была. Не была, скрываешь? И дальше он самыми страшными грехами ее обвиняет. Она и плачет, и признается, самое главное. Правильно это или неправильно? Вот. Он обвиняет-то ее в страшных грехах. И тут монастырь весь перед ней. И он говорит, мы это практикуем. Чтобы понятнее было, необычный для вас этот вопрос.
Я считаю, это абсолютно недопустимо. Если нет, Павел правильно говорит, по правде законно, я непорочный. Я никогда не знал другой пол. У меня со мной этого не было. Но у меня другое было. Незнание Писания меня привело к тому, что гна христиан, а Господь говорит, что касается меня зеницы ока, я их убивал, тащил и думал, Богу служу. Он так и говорит. Что помогло ему понять это, что он не Богу служит? Что помогло ему понять, что он не Богу служит? Да. Поворот то, что... сделал. Почему? То, что он гнал сына его, Иисуса Христа, и его последователей. Вы к себе можете это применить и сказать? Да, безусловно. Безусловно, всю жизнь. Вы хорошо слышите? Всю жизнь я гнал Иисуса Христа. Здесь конкретный пример. Особенно с 14 лет. Ну, у меня вопросов нет больше к нему. Вы это берите, это каждый к себе. Если вы это приняли, я против, чтобы одни и те же вопросы не задавали. Я бы хотел еще задать, но воздержусь. После вы отвергли себя, потом же какая вторая ступенька? Отвергни себя крещением. Возьми крест свой. Возьми крест. Крест – это страдание, обличение, оболгание. Это крест. И когда на тебя вот эти нападают люди, вот сейчас мы письмо читали из прокуратуры, которая есть. Как на этих людей я могу смотреть? Инструктаж мне дается или нет в Библии? Конечно. Или как, встать на крышу и закричать, да будь вы прокляты, сгорите синим пламенем. Или день и ночь просить, Господи, прости, не знают, что худо творят. Вот эту ступеньку надо хорошо-хорошо протереть, видеть. А потом третья ступень. Потом третья ступень. Отверни себя, возьми крест и... И следуй за мной. И? Следуй за мной, скажи. Следуй за мной. А следуй за мной, это как? Пояснее говори. Как следовать. Его нет? Он сейчас бы вышел, Христос, я бы увязался за ним, и все. Исполнять слово его, его заповеди. Как узнать, я за Христом следую или нет? По слову Божию. Хорошо слышите? Я не все слышу, но... По слову Божию говорю. По слову Божию, да. У меня нет вопросов. Вопросы можно? Ай. Да. А, можно вопросы? Да ты обязан. Он хорошо все расписал, прям, я хочу сказать, расписал очень хорошо, прям по каждому пункту. Только у нас в уставе не 12 правил, а 16, сразу запомните. 16. Почему ты 12 сказал? Ну, 12 апостолов, наверное, ну ладно. То есть у нас 16 правил, а то ты написал 12, буду исполнять. А куда 4 еще? Я вижу, ты такой конкретный, вот гляди. Сатанинскую музыку практически не слушаю. Что такое практически, теоретически? Практически это значит, что если кто-то включил, но бывает, что так, слушаешь. Так, слушаешь, да, слушаешь, я понял тебя, да. Здесь. Ты такой точно. Программист. Он программист, вот в чем дело. И юрист по образованию. Тяжелее кнопки, вот да. Ничего не слышу. Я слово скажу. Конечно. Программисты в большинстве своем бесноватые. Запомните это. Согласен. В большинстве. Я не говорю все, но в большинстве. Я просто, если вопрос дальше буду задавать, ты говоришь, если кто-то включил, где кто-то включил? Ты в бары какие-то ходишь? Нет, не хожу. А где? Но ты? В такси еду, допустим. Ну вот я вот, ну нигде вот не... В такси, маршрутки едем, допустим. В магазине, в автобусе. Зачем об этом разговаривать? А тебе речь идет не о каком-то там маршрутке. Это к тебе не относится. Вообще, хорошо. Зачем? Зачем? Как внешне, тебе будет? Сколько лет? 24. 24. Ну 24 это уже нормальный возраст, 20... Пять я уже начал. Почти мой возраст, когда я получил Евангелие, 23. А вот это, теперь дальше, сейчас разъясним всем. Ну, старшее поколение понимает, в чем дело. Вопрос такой, какая трата... Так, сейчас, подождите, как тут написано? Пишите, слушаете ли сатанинскую музыку, ведешь ли, не веришь ли снам, приметам? И он пишет, к снам, приметам отношение спокойное. Ровно дышит человек. Каким ты, о каком сне говоришь? О своем сне или что? Нет, у меня особо снов-то нету. А если бывает, то ну сон да. И сон. Сон и сон. У меня такое отношение. Нет, есть, ты знаешь, «Сонник» есть такая книга. Их очень слышал. Много. Слышал? Да. Ну, молодой, не знает. Слышал. Вы-то знаете, что слышал. Такое «Сонники», да? Наверное. Да. Толкование. Понимаете? Снов. Толкование снов. Это бесовщина самая настоящая. Да. И ответ совершенно неправильный, потому что он молодой и не понимает, что такое... толкование снов и так далее.
И люди этому очень верят, и им нравится это. Им, я знаю, что и молодежь сейчас тоже. До тебя почему не дошло? Неправильно отвечаешь, как спокойное. У тебя беспокойное должно быть состояние, если кто-то говорит о сне и так далее. Священники очень любят Иисуса. Нет, если говорят, то у меня беспокойно. Я говорю к своим. Ну, стоп, ты не перебивай. Чего ты перебиваешь-то? Я тебе говорю, священники любят о снах говорить очень много. И все стоят, слушают. Вот кто-то мне недавно рассказывал, проповедь священник делал. И опять, вот одной женщине снится там что-то. И он стоит, рассказывает, проповедь проповедует. А ты сразу уже, это тебя должно насторожить. Один священник в Тоголе вышел. И вот так над собой, когда царские врата, обычно туда заходят. А он из царских врат вот так открывает и торжественно выносит книгу Ларисы Лавровой над головой и говорит, вот, вот чему верить надо. А нас, вот митрополит, мне Библию какую-то. Так, вы очень сомневаетесь, понятно? Сестры. Спокойное у тебя отношение. Ты должен знать, что это такое было, узнать. И дальше. В подаянии милостыни упражняюсь, просящим стараюсь давать. Уточнение, не всем. Ну, вот это как-то немножко странно написано. Ты деньги даешь, что ли, прям? Ну, по-разному. Ну, а как ты вычисляешь, что вот этому можно деньги дать, а вот этому нельзя? Вот я тебе так сейчас сразу скажу, не ответь ничего. Ты меня слышал на занятиях? Слышал. Вот раз. А че молчал? У тебя столько вопросов. Ты чего молчал-то, ничего не говорил? Ко мне один раз позвонил, я хочу с вами поговорить. И все, и канул, как в лету. Я тебе звонил потом. Нету у вас. У нас есть материал, письмо православие книги о милостыне. И один там играет, может, на баяне. Подошел и положил там сколько копеек. Вот. Ему глаза открылись, а в эту же минуту в аду, в пригоршне у сатаны оказалась милостыня. Вот и все. Как узнать? Это тебе уже книги не помогут. Тут ты сам должен в Духе Святом разбирать, видеть. Он просит. Нужды никакой нет. Бывает там афганской раны, у нее ничего нет. Показывает обман, обман, обман. Специально уродуют людей, чтобы просили, чтобы 9/10 забрать с них. Целые компании работают в Москве. Иные ребенка калечат, чтобы ребенку подавали, она тогда с ним. Да, да. Ну, тут еще есть у него также. Вот глядите, как он отвечает. Я для того, для примера, чтобы вы знали уже, но я думаю, что никто так больше не ответит. Стараюсь помогать и больным. И дальше. В похоронах и поминках редко, пока Господь милует родственников и близких, ну, то есть не помнили, но участвовал. То есть он тоже, видать, молодость, совершенно не понимает, о чем идет речь. Когда за деньги ты приходишь и там отпевают. И вот о чем идет речь. Это раньше было очень распространено. Я думаю, и сейчас тоже. Но он просто молодой, не понимает и отвечает так странно. Это редко, но бывает что-то там. Мы рядом, то и кажи. Сам ничего не организовал. Вы об этом не рассуждайте, что вы там кого-то хоронили, и вы там были или нет. Что, Игнатик начался об этом спрашивать, что ли? Немножко-то подумайте, кто перед вами сидит сначала. Что это такие вопросы вам будут задавать, что ли? Детские какие-то. Разговор идет о том, участвовали ли вы, деньги брали за то, что отпевали людей. У кого-то голос есть, и бабушки раньше отпевали, ну, кто-то понимает, о чем идет речь или нет? Молодежь. Или сами платили. Да. Вы конкретно говорите, я не понимаю, в чем вопрос. Вы почему вопрос-то не задаете никогда? Вот уже, мне кажется, мы даже эти вопросы проходили с ними. Они, ну, как-то на них не останавливаются, им все равно. Значит, я считаю, что нужно проголосовать, а голосовальщики имеют голос, только мы двое. Но мы вчера говорили об этом. Те, которые были крещены, все это знают, могут по разрешению комиссии там и двое задать ему вопрос. Кто имеет желание ему вопрос задать? Тут еще у него про друзей есть. Ну, вот так, а мне, то есть с одними друзьями сами отпали, другие. Если так будешь делать. Он, по-моему, никому из друзей не сказал ни одного слова о том, что они идут в ад. Говорил. И что, они так с тобой и остались? Вот это прочитайте. Формулировки у него такие, ну, обкатанные, что хоть католики пускай его крестят, хоть баптисты, эти буддисты. Да.
Он добрый, мягкий. Да, никому, да, мягкий, да, пушистый и так далее. Вопросы задавать не будет, потому что зачем задавать, он сам все знает. Если ты пошел за Христом, поэтому у тебя домашние враги его. И вот он домашний, он врет, он говорит, он подает в суд. Это все Господь допускает, чтобы возвысить тебя. Потому что девять блаженств и только за одно великая награда. Когда будут гнать, злословить. Велика ваша награда на небесах. А тут только сказал, сразу все шипы вылезли. В гневе и раздражении почти не кричу. Ну, то есть, если и бывает, то очень редко. То есть в гневе и раздражении. Так есть, оно открыто написано. А остальное время, ну, от, гнев и раздражение, когда придут-то какие? Есть же разный гнев тоже. Вот у нас в деревне 40 правил. Не включать громко музыку, рок там тяжелый. Один был, а я на вас не смотрю. А он приезжает, что-то там зерно брать. А у него отец, я сразу отцу сказал, отец должен душить такое. А сын-то уже женатый. И мы тебя выпроводим отсюда. И все-таки мы добились, музыка перестала. Делая это, я наживаю врагов себе. Но это и враги Божии одновременно, вот что утешает. Сразу по третьему пункту обещаюсь оставаться членом Святой Российской, ну, Русской, да, Православной. Так, а понятно. Вот, и он говорит, обещаюсь оставаться. Что это значит для тебя? Что ты обещаешь оставаться членом Единой Святой Соборной Апостольской Церкви Господа Иисуса Христа. Понял, может быть, это вообще о церкви говорится? А вообще о церкви. Церковь-то одна. А ты где сейчас крещение ты собираешься принимать? Русской Православной Церкви. Вот это так прям Русской Православной Церкви? Это нужно было убрать, мы не убрали, изменилось все. Да. Сегодня этого названия в России нету. Ну, Россия, ну, все понимают, вопросы задают. Я говорю, ну, это говорится про... А вот ты сейчас, ты пишешь, что в Петербурге я думал принимать крещение или не крещение. Там же кто-то принимал крещение, что ты там, да, с ними-то не принял? Потому что... Я понял, ну, ты тут, что... как бы сказал, Игнатий Тихонович, да, Лапкин, да. И вот Потеряевка, это и есть то, что там как бы святость, и вот это нужное, то есть там полное погружение. Вот сейчас ты туда заходил, в ту дверь? Еще нет. Там батюшка будет. Да. И батюшка будет вот этой вот церкви. Называется это тоже церковь. Да. Вот здесь, в деревне и там в городе, это тоже церковь. И вот мы с Игнатием Тихоновичем туда входим, в эту церковь, понимаешь? А там у себя Константина Душевного слышали? Слышал. Незнакомых? Слышал. Ну, а близко не знаком? Близко нет. Вот гляди, вот ты сейчас вот тут крестишься и уедешь туда, и что дальше будет? Дальше? Ну, как ты собираешься жить? Вот, да, ну, крестишься. Сегодня ты даже решить допустить, нет, а то другие сидят, мы не успеем где-то. Да, может быть, полегче. Вопросы пойдет. Уже заданы, и вопросы все по месту. Так, вы допустите его до крещения или, ну, нет? Там, он, там же еще брат есть, это Антоний. Да? Да. Вы с ним связаны? Антоний, да, Михаил, да, Макаров, да, они, да, вместе там. Михаил Макаров. Вы с ними там занимаетесь или занятия проводите какие-то, собираетесь вместе? Собираюсь. Ну, бывает, да. А эти-то будут спрашивать, кто занимался с ним? С Антонием пока просто не виделся, болел. Да у него, скорее всего, поручитель. У тебя кто поручители? Иван Грибанов. Сестры, одна зашла. А что ты молчишь? У него поручитель Иван Грибанов. Иван, подойди. Иван, давай, ближе сюда, иди. Брат, есть вопрос, если будет говорить. Ну, и есть вопросы к нему еще? Брат Александр присоединился к нашим... Ближе сюда. Брат Александр к нашим занятиям присоединился уже поздно. И у меня было с ним несколько бесед. Но я у него в основном спрашивал, знает ли он Писание. А как я хотел узнать, я спрашивал, перескажи мне своими словами книги, которые обычно никто не читает. Ездры, там, Неемии, Паральпоменон. Он пересказал, то есть он Писание хорошо знает, очень хорошо знает устав, очень хорошо знает богослужение, то есть он очень подкован, теоретически очень хорошо. Вот это. Ну, он выходил на оглашенные «Зайдите», даже из, да, храма ты прям выходил. Да. То есть этого не надо было, просто от чаши надо было отойти, чтобы не видно ее было. А вот он это... прям из храма выходил, то есть пытается устав исполнять. Да. Но это надо будет все делать. И знать, что тебя духовный отец твой, вот батюшка, и вот духовный отец-наставник твой, Игнатий Тихонович. Понятно? Да. А мы тут братья-сестры все твои, понял? Да. Ну и уедешь туда, и молчание опять будешь сидеть там, глаза открыл или закрыл, непонятно. Он там единовещий. Все это я знаю. Ну, пускай. Ладно. Так. Общение, жертву общения нужно приносить. А что это такое? Нужно отвергнуться себя, а ты не отвергаешься себя. Потому что вопросы не задаешь, и... Мало кто отвергается, вопросы мало кто задает,
На занятиях, как один только беседует человек, спросит вопрос, все сидят. Он знает Писание. Что он знает? Ничего не знает. Сколько раз еще спрашивал, молчат все. Что такое? Ну, немножко, да. А, ну все, все, ладно. Так, вопрос стоит. Допустить до крещения или нет? Мысли ваши. А что, на год еще нельзя отложить? 24 года, если у нас не помрет. За, против и воздержавшийся. А мы двое, все. Ну, вот это и сложно. Иисус с одной... Так, вы пишете Иисус с одной буквой, почему? Да, может, скажу, в единоверческий приход. Ну, единоверческий приход, это как Кирилл Сахаров. А как считаете вы, с одной или с двумя? Ну, в синодальной с двумя. Вообще, сами думаете, как правильно? Правильно не так и не так. Правильно Иешуа. Ответ хороший дает. Ну, дает хороший, Иешуа, да. Полторы буквы. Да, молодец. Дает, дает хороший, у него тут вообще так, много мест писания. Я за то, чтобы допустили. Тут черкнуть один плюс и дальше свое поставить там. Нуль или минус. Так, следующий, кто у нас там? Один плюс, один, один плюс. А я воздержался. Большинства тут нет. Хорошо. Следующий кто там? Готовьтесь. Я думаю, что еще не, что не последний год еще лежит. Александр, подготовься в очередь, сейчас зайди. Ну, все, крест. Там никого нету дверей. Все, а крест, здесь проходит, начать. Сразу подходите. Следующий кто у нас? Вопрос был. Так, Сироткин Николай. Николай. Сироткин, надо же. Да. И Сироткин у нас был. Сироткин, только не Николай. Это вот заявление, ответ. А это что, целая тетрадь? Ну да. Так. За это заявление. Надо выяснить, наверное, мне еще. Тебе сколько лет, брат? 37. А, хорошо, что не вся тетрадь. Нормально. Я Сироткин Николая. Сироткин Николай, да? Жаждал видеть, он столько сделал, и как есть, я даже спрашивать ничего не буду. Да? Да. Вот почему он и спрашивает все крещения? Кто будет веровать и креститься? Ну, коротко и ясно. Вот. Мне здесь пришлось писать ответы. А ты понимаешь, что такое? Обещаюсь оставаться членом Святой ну, Православной Церкви. Церковь даже может, которая сейчас есть, он и считает, что она свободна, тут ничего нет. Не, ну, нет, он это все... Это, где церковь-то твоя? Православная Церковь. Очень хорошо. Вот ты сейчас уедешь, где ты живешь? В Зеленограде. Зеленоград, это где? Это ну, Москва, там, да. Ну, и что дальше? Уехал ты и с концами, да? Ну, ты сейчас он туда зайдешь, там будет батюшка. Он прям живой там будет стоять. Ну, да, и дальше что? Ну, вот ты уехал туда и поминай, как звали, да? Нет, я же всегда вообще не... Это, вот, ну, говорите, говорите. Он весь сайт, это он сделал, весь сайт. Он постоянно занимается, тут ему вопросов вообще нет. Я делаю это, да, даже вообразительно. Все хорошо, я это делаю. Он даже не на крещение приехал. Это мы ему убедили. Он даже не знал, потому что два человека, просто разъясню. Он думал, что крещеный. Но мы по совету с Игнатием Тихоновичем, ему говорят два, которых этих как, крестных, что крестные тебя погружали. Мамы, да, говорят, ему, что погружали. Да, но мы из-за того, что они неверующие, нельзя на них опираться. Игнатий Тихонович говорит, надо креститься, потому что неизвестно, они не могут отличить, что погружение, что не погружение. Николай Астахов, утверждали полное погружение. Когда поехал там, то там даже купели не было. Это возможно. Ну вот братья, вот они тоже далеко в Казани живут, там и в Москве есть братья живут. И они постоянно в этом общении находятся. Исполняют все наши 16 пунктов устава. Так, то есть они к церкви, не простой к церкви относятся, а к церкви. Вот, вот перед тобой церковь, верующие сидят уже братья, а это так, те, которые это подали не конкурс, заявление. Не конкурс проходит он. Он все абсолютно берет, абсолютно все осознает наше. Так, ладно, я его совершенно не знаю. Поставлю, это, вам верю прям сильно. Все, поставлю. В очередь становись. Поставлю историю. У него так, глаза честные. С ним работать одно удовольствие. Так, следующий читаем. Байдуков Георгий. Давай сюда. Байдуков Георгий тоже без этих проходит. Вот, напечатал, заявление уже есть.
Байдуков Георгий, пожалуйста. Вот он, вот он. Это мой поручаемый, я у него поручитель, и Николай Астахов поручитель. Я беру потом, что там было и как он приехал здесь. У меня ни одного замечания нет. И внутренне я спокоен. Я больше доверяюсь, что я получаю. Даже ничего бы не говорил, а вот это расположение. Я об отвержении у него, все правильно. Ну да, ну я как бы с ним беседовал. В твоих руках, если побывал, то там уже был. Он даже так получилось, что он вел занятия оглашенные, такую группу создали. За. И там были за. Братья. И... Да, записывай. Да. Идите отсюда. Да, Георгия знает хорошо. Да, многие. Он много говорил, больше, чем все оглашенные здесь. Поручителю слово дают. Слава. Да, поручитель хочет о нем сказать. Следующий что-то. Кто у нас? Ну, мы уже поставили плюс. Подбегаем плюс, Юрий. Я тоже плюс ставлю. Подбегаем Юрий. Человек, он избранный. Так, еще с детства избранный. Он о Георгии говорит, он его поручитель. Да, человек избран с детства, и он особенно всегда ото всех, от компании и прочее. Что он говорит, плюс он это даже сам не понимает. Говорит плюс, ну какие-то избранные. Ему главное не унывать. Ему просто уставление, что главное не унывать. Избрать. Вот. Да. Так, вообще не с братьями. Я говорю, он больше всех оглашенных наговорил. У него занятия были по часу. 12 занятий только по Давиду оказалось. Никто не думал об этом. А столько много нашим любимым святом оказалось. Формально мы это все сделали, посмотрели. Да. И нет никаких претензий. Нету претензий у тебя тоже, да, таких, чтобы сказать, что, он, что проклятый. Подлегаев. Юрий. Ну, Георгий будет он, да? Да, если крещение. Георгий будешь. Если будет крещение. Ну, Подлегаева, Юрия. Давай, правду. Значит, в церковь начал ходить с августа 1994 года в монастырь. Очень хорошо знаком с темой экуменизма. С 1999 по 2002 год это исследовал. Ездил в Подольск, там Михаил Викторович Назаров. Ездил в Подольск в 2000 году, еще до акта о каноническом общении. Из 99 года по 2002 год исследовал тему экуменизма очень плотно, в те еще времена. Много читал монашеской аскетической литературы. Ну, в дальнейшем, лет 10 назад, занимался вот, практикой свидетельства о Христе разным там иеговистам, адвентистам, баптистам. Сейчас последние годы жизнь вот эта вот повседневная затянула, то есть очень много, скажем так, идет времени на светские занятия. Вот, писание именно системно, постоянно, ежедневно не читаю, но очень много думаю. Раньше много читал, но очень много думаю над местами из писаний и, соответственно, изучал каноническое право. Для меня канон это как иммунитет, который слабый, неработающий, часто нарушаемый. Заходи, не стой там. Соответственно, изучал книги святых отцов, вот, при этом сам вижу себе кучу несоответствий. То есть кучу несоответствий. Принимать решение в Потеряевке определился практически 10 лет спустя, после того, как начался канал «Во свете Библии». Я не хочу рисковать спасением своей души. То есть в... В детстве, когда был маленький, то, что вот у вас в общине называется неверующие, был крещен непонятно как, священник умер в городе Балашов Саратовской области. Соответственно, показания родителей противоречивы в части того, как это все было. И в этой конкретной ситуации, с моей точки зрения, надо исполнить всякую правду и, соответственно, быть крещенным через полное погружение. Это вот основные моменты, которые касательно веры, догматики и ну, моего вот этого опыта, основные. Есть, опять же, моменты факультативные, связанные с моими убеждениями. Готов отвечать на вопросы? Ну, все знает, только, как говорится, на небеса не просится. Он ко мне подходил и говорит, я хочу всю правду, хочу, чтобы вы меня поняли, я не пацифист. Если надо будет убивать, я буду убивать. Да, если будет война внешняя, Китай или Америка, в данном случае я не буду пацифистом. Я против кровопролития, я против пролития человеческой крови. Я сделаю все возможное, я помогаю людям, которые за альтернативную военную службу, я им помогаю искренне. Вот это. Но за многие годы осмысление духовной жизни,
убеждение такое, христианин не имеет права убивать, но в случае внешней агрессии есть законный интерес. В армии не служил, людей не убивал. Но если будет нападение со стороны Китая или там еще что-то, или будет внутреннее... Марсиане там. Нет, марсиане это демоны, это и так хватает. Вот это. А именно вот здесь вот такое внутреннее убеждение. Я ничего не могу сказать. Севастьян тоже юрист. Так, Игнатий Игнатьевич, вы поняли что-нибудь? Я воздержусь. А я против. Я ему сказал, что я буду так. Против. Я вообще его спросил, а зачем ты 40 к нам приехал? Меня настораживает, у него... Вы за убийство кто-нибудь? Он приезжает с ребятишками, с одним приезжал и сейчас. Ну, очень и хорошо. Вот отношение какое разрешает. Я не против, я просто воздержусь. Угу. Он очень старается помочь нам. Очень хорошо. По юриспруденции, где что и все это прям немедленно кидается на это, и какие правила, ну, законы. Он мне очень нравится, что он правду так говорит, что? И все, ему правду сказал. Если только что мы голосуем, не голосуем, выбрал. Это никакой обиды быть не может. Это надо мнение. Батюшке там скажи, что я готов против, убивать. Я не против. Не против, это значит нуль. Да, все. Все, следующий. Кто? Становись пацифистом, как говорится. Михайлов Никита. Михайлов? Да, да. А, ты переспросил. А, да, и кстати, то, что еще это, Юрий, он ничего не написал. Только заявление от тебя, да? Нет, там на три вопроса успел ответить, на три. А где? Не успел. Я не вижу. А, вот тут на... Нет, тут на 3. 44 года, вот нету ничего. Я не вижу. Нет, заявление есть, еще 3 ответа есть. А где я? Здесь? Нет. Не, нет, не здесь, нет. Нету больше. Отдельно писал это, отдельно был текст. Так, для тех, кто не знает, я объявляю, что это, еще раз, что. Юрий, для юриста это слабовато. Это рекомендательный характер. Слабовато. Гляди, другие пишут, а тебе, как говорится. Текст. Решение принимает священник. Это рекомендательный. Текст я не вижу. Ну тогда, когда я сказал, что надо написать, он сказал, я все знаю, 6 раз прочитал к истинному православию, мне, да ничего, это... мне ничего не надо. Вот он начал. А, ну, было такое. Не надо и не надо, что. Брат, на нет и суда нет, ты сам знаешь это. Я тебя понял, но ты меня тоже пойми. С 13 года ты на нашем я канале. Я что должен, вопросы надо что написать. Все пишут всегда и со мной. Как по-другому. На работу принимают и везде. Можно представиться, да? Игнатьевичу и чуть погромче. Ну, не сильно, не орите. Постарайтесь. Зовут меня Михайлов Никита Дмитриевич. С 2017 года из города Омска являюсь помощником настоятеля по молодежной и миссионерской работе. Веду евангельский кружок на базе собора. Сейчас он маленечко на паузе. Пришел я, приехал к вам я по проповеди Игнатия Тихоновича, наблюдал за каналами, смотрел информацию, был приглашен, познакомились мы с Виталием Калиников, был приглашен он на наши встречи в евангельском кружке. Через его задач, через, ну, после знакомства вник озадачился темой крещения. Долгое время на эту тему рассуждал. Мы не знаем на самом деле, когда мы уйдем в мир иной, и чтобы... скажем так, ну как-то соблюсти, да, решил принять истинное крещение. Искал священника, не нашел. А на паузе занятия в чем дело? Сменился настоятель, и сейчас после приезда отсюда вопрос должен разрешиться. Буду молиться. Вообще интересное положение. Ну, положение. Четвертый настоятель. А они знают, что ты это отец Яким Лапкин? Да, отцу. Игнатий Тихонович, его брат. Знают отца Якима, низкий поклон ему передали. Игнатия Тихоновича тоже знают. Но после разговора так сдержанно ко мне стали относиться. Пока не знаю. Приеду, я буду смотреть. А что это такой вот ответ такой странный? Соблюдаю посты среды, пятницы, все посты? Нет, все. Не все посты соблюдал, не все посты, только среды и пятницы. А что только такое среды? Выборочно? Ну так предыдущий. А 49-дневный великий пост? Только среды и пятницы по состоянию. Ничего, ни разу еще?
Нет, только... Да, ты же вроде там... То есть ты раскаялся в этом священнике? Я в этом рассказывал. Так, ну, нет, вот... раскаялся ни разу, ни одного большого поста. Но был момент со здоровьем, и батюшка благословил соблюдать среду и пятницу. И вот как благословил, так и соблюдал. Но вот к этому посту приложил усилия. Батюшка, если он вам сказал, что я вас прописываю в космонавты, вы можете пользоваться его бумажкой? Примут вас в отдел космонавтов? Не примут. Не примут. Так есть 69-е правило апостольское, говорит, если вы не соблюдаете 4 десятницы, 7 недель, отлучаетесь на 2 года. Уже даже исполнять будешь на 2 года, ты еще будешь за дверями стоять. А что я думаю, здоровье на здоровье, я тоже воспользовался первый раз в жизни вот этим, сказать, помощь мне. Растительное масло разрешается и вино, там, что если по болезни, все. А не то, что курочка тебе, бульончик, или яйца, или творожок. Нет этого. Священник не может дать тебе разрешение. У него права этого нету. И за то, что он это сделал, его за это извергать могут. Поэтому вы должны сейчас прям решительно пересмотреть и дать обещание. Переписать вот это, что посты все православные будете соблюдать. 4 поста. Рождественские. Мы знаем, Покровский, вот, который идет... Богородичный. И вот Петров пост, который сейчас был. Великий пост. Жена у нас верующий. Больше половины дней постные. И ссылаться на священника, ну никак нельзя это сказать. А мне жена разрешила. Это смешно даже. Вы знаете, когда Ян Кронштадтский заболел, ему советуют там курочку. А он решил маме понаписать. А мама сказала, сынок, я правила не писала. Умрешь, значит умрешь. Вот как люди верили. И он выздоровел, стал соблюдать пост и выздоровел. И все. Вот мне Господь позволил быть в тюрьмах, в лагере, в больнице. И ни разу не нарушить. И я не умер. Вот представь себе, мы летим в самолете, и разносят что-то. А я говорю, у нас пост, по-английски я говорю. Так ко всем 2 раза пришли в Америку, а ко мне 4 раза. И они прям не знают, что дать. Я говорю, что можно? Растительного происхождения. В больнице в одной. После операции пришли, я говорю, на чем манна? В молоке. Сейчас же пост нельзя. Да что, мы отдельно готовить будем? Да не надо, тут 5 дней осталось, я и так пролежу. 5 дней, да что тут? Они начали готовить когда. А что можно? Там картошка, там. Все подготовили. И какие-то соки привезли. Вы Богу доверьтесь. А в тюрьме вообще выбора нет никакого. А для меня специально приносили рыбу на Благовещение. Заключенным. Вообще чудо. Ну, вся камера, конечно, питалась. Так что, Никита, здесь надо пересмотреть. Скажи, что ты пересмотрел. Игнат Тихонович, по постам я пересмотрел, буду исполнять. Понимаешь, это неплохое дело. Ну, неплохое, но да, надо смотреть на все. Так, на все в совокупности. В описи там. Тайный лист, я прочитаю слух. Конечно. В описи, в коммерции. Стремлюсь стать руководителем. А вы знаете, между куплей и продажей торгается грех. Не если знаю. Если сами пшеницу он вырастил и теперь сдал, здесь нет купли. А вот купли и продажа, коммерция, это купеческая жизнь, она может оказаться греховной. Вы должны сурово на себя взглянуть, то есть там делали так, не вырабатывал ничего, бац, цены подняли. Ну, такое. В коммерции быть руководителем, это надо быть чистым. И если по-настоящему быть руководителем в этом, ты рассыпешься, ничего не будет. Она строится все на обмане. Если члены у него будут православные люди, тогда может быть еще что-то будет. Перепродажи, машины, настенки разные. Это, скорее всего, нет. Ну, не касается. Игнат Ильич, вы беседуете с ним? Я беседовал. Сегодня да. Только большая беседа. Поручители, может быть, есть, потому что я совершенно... Ты сколько на занятиях? С 21-го? Отношение к этому. С 21-го года? Нет. Первая ступень отвержения себя совершенно не пройдена. Ну, понятно. Но... Недавно, вообще недавно. А. Поручителей нет. Виталий Калиников. Сегодня большая беседа была. Подожди минутку. Я бы допустил его, мое мнение, если он даст обещание, что приложит все силы не потерять с нами связь. Быть на занятиях, вы все будете знать. Я обещаю, Игнат Тихонович. Ну, говорит, обещаю. Ну, я верю, да, но я ему верю. Ну, это понятно, у него глаза почти честные. Я воздерживаюсь голосовать, но допустил бы. Ну, я воздерживаюсь. Дело все в том, что он в церкви все время, понятно. Ну,
Он молодой еще помнит. Сегодня серьезный разговор против был. Нет. Мы много говорили. Я воздерживаюсь тоже. А? Я тоже воздерживаюсь. Ну конечно. Все так и напиши. Это потому что тут столько много вопросов. Решает батюшка. Он не будет смотреть на наши нули. Да, нет, не он будет. Он сам прозрительный священник. Я из Америки возвращаюсь, и тут вот саманный какой-то мужик. Я говорю, батюшка, а кто это? А это подполковник милиции здесь. И мне говорит, очень нехороший человек. И дальше получилось такое, он начал клепать, писать. У нас там в летном училище было занятие. Это, и когда монтировали, милицейский институт сделали. И много получил я шинели, гимнастерок, там все такое, кителей где-то. Он, они образовали особую команду с погонами, это против советской власти. То есть совершенно лишенный рассудка. Ему никто и не верит. Он клепал и клепал на нас. Батюшка сразу, с первого дня, ты как глянул на него и говорит, нехороший человек. Вот какое дело. Даже характеристики не надо писать. Хорошо, что следующий, это Иван. Кристопчук Иван. Сейчас подожди, стой, зайти. Кристопчук Иван. Кристопчук. Нет, он не готов. А не готов, это кто решил? Он сам решил. А где он? Ему сколько лет? 13. 13 лет. Это, это с матерью приехал Иван. Да, а где он? Мы вчера сказали, что ему надо, в принципе, креститься. Но он отказался, он говорит, я не готов. Он отказался. Он на самом деле отказался, не готов. Ну, искренность очень. Он вчера был там у вас. Да, да. Он готов, я никуда никудышь не поручил. Он еще ничего не понимает. Он не понимает, он всего боится. Он все боится. Боится общения. Он так, я коротко, позвольте, он скажу. Я гляжу, он идет туда-то. Я говорю, ты куда идешь? А он туда, в тот домик. Я говорю, а с кем ты приехал? С мамой. А отец где? Отец сгорел. Сгорел, бывает, сейчас пьет лишний, или сгорел-то. Ну, мать, она сидит здесь, вот она. Так, вы мать будете? Да. Я стал с ней разговаривать. Страшное дело. Муж у нее, его отец, майор милиции. И где-то он боролся, как я понял, с наркодельцами. И они его где-то там подкараулили и сожгли в доме. Поэтому этот мальчик просто требует особого внимания к нему, что он пережил, что жена пережила. Тут просто трафарета нельзя так. И я не готов еще с ним поговорить сегодня, завтра. Завтра, может, не будет этого момента. Я, допустим, здесь дабы плюс дал, чтобы он покрестился. Родители крестятся, ну понятно. Такую трагедию пережить, я не знаю, я с матерью стал молиться. Андрей звали, верующий, верующий. Я слабый стал, сразу на слезы. Услыши, Господи. Вот про Ивана, про это я бы плюс поставил. Поэтому поговори с ним и убеди, завтра может не быть этого. Ну, как ребенок батюшку просто проходит. Да. Можем не увидеть. Как ребенок он должен. У быть. Него уже Христом кружок не стоит быть. Здесь. Ясно дело, в 12 лет Христос в храме был. То есть оставить на рассмотрение матери. Обычно как? Крестился стражник, и все домашние его. Тут личности у него никакой нету, запомните. Время вы нас слушали с Запада. Это катастрофе. 6 лет уже там менять пол. Он знает, каким он хочет быть. Мнение какое-то свое. Мнение, там личность какая-то. Он никто. Они там вчера трое трепыхались, ну, никакого послушания нет. Орут так, что мы разговариваем, я охрип, вот из-за них охрип. Они тоже на себя внимание хотят обратить, выпендриваются там. Болото там намесили вот так вот. Мы там работаем, а они, им все равно. Дети, чего они понимают? А все братья работают. Я говорю, смотрите, видите, братья ходят. Глаза бешеные, нырять сразу нужно. Вылезли все, говорю, глядите, братья работают, делают, чтобы креститься. Для твоей же мамы тоже и так далее. Был опять туда, в это болото. Так, вопрос по Ивану снят. Дальше следующий говори. Так, это я хотел сказать пожелание. Все посты, чтоб соблюдал. И на занятиях у нас был. Все. Ему больше что нужно-то, ничего. Без этого нельзя никак. Ну как без постов? Нет, это не надо посты, это в сектанты надо идти. Да, православные. Он, благодарю, спасибо. Слава Христу. И вы понимаете, что Никита, мы свои батюшка может пропустить. Это наши правила православные. Хоть бы написали, Кристопчук Иван, 13 лет. Вы что? Да благослови тебя, Господь. Ивана напиши, мать занимается. Горбуленко Павел. Давай Горбуленко ближе. Я. Вот перед вами Павел Горбуленко. Я был против, чтобы он крестился, но получилось, что он приехал. Вы разрешили, да? Я сказал Вячеславу. И дальше у меня
необычные рекомендации к нему. За это время я уже узнал, он помогал. Говорится, со стульев не упадите. Какую я ему дал рекомендацию? Ежедневно 5 раз в зеркало смотреть на самого себя. Смотреть на глаза. А к этому поставил вопрос, как я отношусь к обличению. Какой я был, что есть. Вот такое необычное, как совет. Почему? Мне так открыто. Я не сам придумал. Я вот там смотрел, именно по глазам я посмотрел, не Божий. А он приехал, я ему-то сказал, смотри теперь ты на себя, я уже увидел. У тебя гнев бывает какой-то там, по женской линии. Эти вопросы стоят по зрению. Вот, а карточку старую возьми на сегодняшнюю и посмотри перемены. Интересно? Очень. Вот я ему хочу дать другое, а другого нету. Никогда никому не давал такого совета. В день 5 раз. Выдержишь? Не испугаешься? Нет. Выдержу. Он старательный, все делает как. Но любит так развозить эту шарманку, не дождешься. Ты бы, да будет воля Божья, а то-то выдержу, выдержу, 4-й раз посмотришь. Но я не кувырк, готов. Ну, мой сердечный приступ. Обещаешься? 5 раз в день смотреть на глаза свои в зеркало. Обещаю. Обещается. Это ему все. Это поручитель или его, это его глаза. А поручитель кто? Глаза его. А у тебя вообще поручитель? Как он будет видеть, как он изменяется. Не знаю, мне вот. Скажи. А ты посты-то соблюдал? Какие? Вот я так понял, что это все, что ты смог. Это в интернете вас хватит. А очень неплохой, лучше, чем у тех, которые много написали. Лучше всего, конечно, это вот печатать. Все понятно, тут глаза не помню. Тебе не обидно, что я с тобой так разговаривал? Нет. Нет, нет, нет. А сколько он здесь уже? Ты сколько тут? Ну я с марта. Нет, потеряли месяц. А, с 4 числа. Вот с нами приехал. 4, ты вместе, да? Ну и что? Никто за. Ну могли бы здесь поручителя представить. Никто не проследил, чтобы написал. Это не наш уровень. Поручитель. То есть мы пока не дотягиваем. Ты Великий пост соблюдал? Да. А первый раз, да? Да. Ну, самый первый раз позапрошлом году я его. Филиппов пост знаешь, что такое? Филиппов нет. Рождественский, знаешь? Рождественский, да. Соблюдал? Да. Вот был, который. Ну, Успенский соблюдал? Успенский, знаешь? Успенский. В августе месяце. Небольшой такой. Ты когда сообщество, когда был? Я с марта. С апреля месяца. Того года. Следующий года. Значит, Калинкина. Он еще не знает это название. Мы поступиться к нему не могли. Такое состояние было. И поэтому сейчас просто еще к нему вот сейчас мы вытащили на самом деле. И что, крестить его? Я воздержусь, но я не против. Ну, как бы я не против. Мы ему так было, чтобы он едет. Вообще о крещении как бы речи нет. Как бы не шло. Ну да, 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 да. То да, есть, да, и он сказал, да. Я говорю, мне даже, я считаю, что я себя достоин, он говорил. Мы не спрашиваем, знает ли молитву достойно и проще. Это все заучить можно. Главное, просите живого общения с Богом. Ну, живое с живым Богом у живого человека. Внимательные глаза. Ну, что-то запомни. Там такое острое. Да, кто тут фотографировал несколько раз? А тебе сколько лет? 42. 42, он молодо выглядит, однозначно. Много не думал о жизни. Пост соблюдал не так, как здесь. А ты курил, пил когда-нибудь? Все было. Все было, да? Тебя Господь вытаскивает просто, ты уже труп должен быть. У тебя вот до этого места уже черепушка просто. Ну, череп, знаешь, череп у вагнеровцев. Даже не до этого. А вот борода уже тебя делает уже человеком. И у него один есть плюс. За год он ни одно замечание в группе. То есть я ему говорил, тут молчи, и он все молчит. Это делает. Вот у него не было ни одного замечания. Упорно. Да, упорно. То есть. Послушание. Упорно. Послушание, да. Просто страх. Послушание. Страх Божий за. Сюда приехать, он там какие-то трудности. Так, я воздерживаюсь, вы свое поставьте еще на это. Я тоже, конечно, воздерживаюсь, но он мне нравится. Он единственный, кто под водой очень долго держится. Сейчас момент один добавлю. Был такой. Мы купили ему билеты, все. Игнатий Тихович ему отказал сразу же. Мы ему, то есть тоже, мы сразу же. На глаза его смотрели, нет? Мы сразу же сдали билеты. Сразу же дали билеты. И он сразу смирился с этим и поблагодарил. Даже не сколько. Но говорит, я, конечно, очень хочу. И вот эту мою реакцию, видя, как он отреагировал на то, что сразу билеты все сдали,
И потом он еще, ну, еще там несколько действий сделал, и мы уже второй раз купили, Игнатьевич уже разрешил. Второй раз. Он работал тут у Володи фундамент, то, что он там делал, что очень медлительный. Очень медлительный. Но на работе, если бы я был прорабом, я бы его до обеда только продержал, до свидания. Если бы очередь стояла с других. Только, больше никак. Он ходит, поворачивается, смотрит. Ну не я это. А Господь, как Господь, как Господь как избирает, там, не знаю. Иуду-то избрал и пытался его долго-долго. Я просто ему говорил, что я работал с людьми. У меня 250 человек в день, тут 6 объектов. И каждому процентовка должна быть, потому что это зэки. Раньше было так, если 102% выработал, один день считается за два. А если 121%, день отсидел, тройка засчитывается. И поэтому он тебе топор на шею вешает, а сам еще не сделал. Ну, брат, туда... он сказал, что он это, да, плохо учился тоже. Ну, это все отразилось. Я сказал, я нуль мой, я не против, но воздерживаюсь. Да. Ну, это все понятно, что сделал первый шаг, Господь его избрал. Ну, видишь, как он сразу согласился, и билет сдать, это сегодня даже... Этого не могут сделать. Почерк показывает, что имеет старание. Да, он старается, почерк-то я вижу хороший. Почему только не ответил на все вопросы, может быть, это бы тебя подвигло, мое сердце, допустим. А так ничего не отвечал. И, а с одной стороны, вот человек, который пил, курил, ничего не знает, с другой стороны, Юрий, ну, может быть, будущий брат, юрист, ну, видно, что семь пядей во лбу, и тоже ничего не написал. Ну, понятно, что... Это по разным причинам не написали. Это огромное самомнение, а здесь человек просто ну, не знает, что... Не знает, что, кажется, Гураев говорит, посмотрел один студент к мощам Сергия Радовского, там где-то приложился, я увидел его глаза и уверовал. Вот ну и да, да, да. Так что глаза – это зеркало души. Все, сестры сейчас, да? Да, сейчас начинаются сестры. Так, следующий. Калинкина, Римма ее звать, я не знаю, вы она, наверное... Вы, у вас крещение есть какое-то, да? Да, Марина. Погружения нету, а есть мочение, да? И в мочении вы Марина. И вас тут все называют Римма. Марина. А Римма это мужское имя, вы знаете? А тогда зачем Римма? У вас в паспорте Римма стоит? Да, да. Ну ладно тогда. Понятно. Надо было написать Марина, а наоборот написать Римма. Что? Потому что для нас главное, что... Ага, давайте. Ну, возраст вы не скажете, женщина не говорит. Ну, я так не вижу просто его здесь. Возраст же... заявления. А, возраст заявления. 67 лет. У меня значит, Марине хочешь быть. Да. А перевод знаете слово? Ой, морская. Морская, да. Маринеску был такой. Потопил больше всех людей в войну. Да, 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 да. Спросить, как она вообще, как сюда пришла и почему крещение хочет принять. Тут еще две надежды. Ну, немного уже тут, немного осталось. Тем более, то сестры уже видят, что сестры уже в возрасте, и понятно, они понимают лучше, чем молодежь. Уж они не написали, что они... участвуют в похоронах. Переверните листочек. Первый. У вас почерк такой же, как у меня. Вы в институте не учились? Где? В институте. Училась. Ну, понятно. Поиспортили все почерки. Наклоны там. Пока вы считаете, я сразу скажу, я за, чтобы ее крестили. Плюс поставили. Слово «настоящий» жизнью в Потеряевке не надо в кавычки ставить. Настоящий, ну, конечно, какие. Это значит «настоящий», то есть... Настоящий такой. То есть, как приехали наблюдать за ним, чтобы потом сказать, это такие, всякие, жрут. Она видит, и в своем храме уже на русском языке псалтырь читают. И Евангелие, и апостол. Да-да, вот я прям это читаю. И Евангелие, и апостол. И прямо на это описывает. Так, не трать время даже. Она уже достойна. Аксиос. А есть поручители то или поручитель патриарх? Наталья Усатая. Наталья Усатая, понятно. Она тоже поручается за ним. Так, посты, конечно, соблюдайте. Русская псалтырь, да? Поручитель.
Наталья Усатая. А молочко там не попускают? Нет. Нет? Вообще никогда не слышали, что священники попускают молочко? Священник наш говорит в Успенский пост: вы все больные, ешьте сало. Весь Успенский пост. Но я этого не делаю. А другим-то говорите, что нельзя. И другим говорю, что не надо. Вот это самое главное, другим говорить. Да благословит Господь вас, вам священником надо быть. Вы знаете, меня Господь поставил, ну я не скажу настоятелем, но руководителем как раз над священниками. А наша форма вот эта на голове вам нравится? Да. Так, на Божьей Матери посмотрите, она так одета. Да. Она обещается быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа. Очень плюс. А, мужа нет. Мой плюс поставил. Давно умер? У меня два было мужа. Первый Давно. Я имею в виду последнего, конечно. 4 года назад. 4 года назад. И сетуете, на могилку ходите, слезы льете? Верующий был, нет? Слезы лью, молюсь каждый день. Каждый день. И он ко мне во сне, конечно, приходил. Я же говорю, я не верю в это. Но он сказал, что я пока вот здесь. А где он вот здесь? В чистилище где-то? Да, в чистилище. Через полгода он пришел во сне еще раз ко мне и сказал: я захожу в белую хату, и он сидит на белой кровати, хорошо, чисто. Вот еще получится можно. И говорит: теперь я вот здесь. Но вы в это не верите. Но я в это не верю. Время. Давай следующее. Так, а вы в это не верите, хорошо. Нет. Так, идите. Это слезы написано, в Слове Божьем написано, если верующий человек, то ну, воздохнул, когда он умер, там, и все, забудь. А когда, если неверующий, плачь о нем всю жизнь, по неверующим. А если он неверующий, то он в аду будет уже, все, какие белые хаты. И вот три епископа хотели делать игумени, прям приказывали. Представляешь это? Какие уникальные у нас люди. Они вас хотели священником делать. Так отпусти его очередь. Да думаете, вот ничего не надо, да? Ну, смотрите. Да ничего не надо. Мне, я познакомиться просто. Все, ладно. Ну ладно, все. С Богом. Все, я тоже плюс. Хорошо, уговорили, тем более псалтырь на русском языке в храме. И через вас это священники. Не знаю, они, наверное, сейчас, он там юлой где-то крутятся, вас нету, радуются. Наконец-то на церковно-славянском начитаемся, пока ее нет. Не верю я вот в это, так что, простите. Вот в этом я не верующий. Анаит. Анаит, у нас свет Анаит есть. Она прислала нам лампу. А смотри, кем она будет, кем где будет. От Девора? Девора. А, на Девору выбрала. Девора. Не выбрала? Господь нашел? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, ну это Господь, внука. Чтобы вы знали так. Ну я читал это. Не читал это? Это небесная. Мы же все, она летает. Национальность какая? Армянка. Армянка. Армяне. Армяне, они христиане. Это должны наши быть. Да. Самое первое государство армянское было. И гоняли их по полной программе, пока русские не пришли. Она нигде не противоречит, ничего. И русские защитили. Претензий вообще никаких нету. И она еще ведущая. Молитвы там ведет и помогает. Да она не просто, она делами помогает. Лампу прислала нам, чтобы у меня зрение плохое, чтобы я... Я назвал это Свет Анаит. Я говорю: свет дайте. Анаит. А никто не понимает. Свет Анаит. И так у нас эта лампа теперь называется Света Анаит. Ни одного вопроса нет. Ну, а мы тоже с ней беседовали, я ничего не могу сказать. Плюс мой плохого ставим, 2 плюса. Да, 2 плюса ставим, конечно. Свободу. Все, освободим. Да. Не занимайтесь. Что там? Никифорова Надежда. Псалтырь читают священники. Ай-яй-яй. Дожился русский народ. Напишут, наверное, сейчас. Заявление есть, и написала она. Сочинение. Нет, это первый вопрос. Вы преподаватель, да? Нет, только нет, по первому вопросу. Это первый вопрос. Остальные короче. Это первый. А. Да.
А кто вы? Я вообще бухгалтер. Готовая благовестие. Бухгалтер? А, понятно. Да. Бухгалтера тоже. А так много, у меня закончила курсы сестер милосердия, и я учусь на регенских курсах. Курсы сестер милосердия закончила и на регенских курсах регенских. А вы посчитали, сколько мест писания вы провели здесь? На первый вопрос отвечаю. Два или три. Три. Так, я не спросил, замужняя, нет? Нет, я разведена. Легче в рай попасть. Разведена? А собираетесь еще мужа? Был венчан. Да как, он у меня живой. У меня муж-то живой, он женился. Вы сказали, развелись. Я развелась. Так он же живой? Ну он живой. Он же не умер. Он не умер. У него... Венчанный брак был. Он женился, да. А, у вас венчанный брак, он женился, ну понятно. То есть вам теперь никак, да, уже все. Будете ждать, когда он помрет. Тогда не буду. Ну, 51 так, год. Ну, 51 нет. год. Вы знаете, когда женщина уже до такой степени, что там запрещается ей выходить? Как называется она, эта женщина? Которая в каком возрасте, и она вот в брак решила вступить, а ей церковь говорит, ты вот такая. Знаете это слово? Какая? Вы во сколько лет? Во сколько лет? В 60. 60 уже. И как она называется? Рассвирепевшая называется она. Православная церковь, вот такое слово. Рассвирепевшая. Рассвирепевшая. Надеюсь, что меня Господь помилует. Рассвирепевшая, это значит 45 баба-ягодка опять, а 60 оказывается тоже уже бабка-ягодка опять получается. Знаете, если бы я к вам не попала... Но нету ее, это рассвирепевшая. Со мной это тоже. Глотает, как говорит, ослица горячий воздух пастью своей. Она говорит, если бы она к нам не попала, с ней бы, наверное, это могло произойти. А видите? То что бы? То никакой я не злой. Вот это могло с ней бы произойти, если бы она не узнала. В перспективе. Ну вы слушали здесь, сколько уже прошли людей. Вот, Игнатий Ильич, вы будете с ней разговаривать? Будете беседовать? Нет, не буду. А вы уже беседовали с ней, да? Она все слова отвечает правильно, тем более она столько мы была. Мы с Катей Ткаченко дружим, у меня Катя. Отношения ласковые везде. У нее поручитель Ткаченко. Мы с ней 4 года общаемся. 4 года она вместе общается. У меня Катя, очень близкая такие общения. И Ольга Матина. И Ольга Матина еще поручитель. Да. Ольга Матина поручитель. Ольга Матина и Екатерина Ткаченко. А часто беседовали с ней? У нас проходили занятия 2 месяца и 6 дней в неделю. Она на некоторых участвовала в этих занятиях, присутствовала, но сдавала экзамены в этот момент. Не на всех была. Готовила доклады. Я бы хотела вот задать ей вопрос, сейчас присутствует церкви нашей, насчет платка и насчет танцев. Как она ответить хотела? Танцев? Ну да, по отношению к танцам. Ну, я ходила танцевать, училась танцевать. В каком году? Танго. Ну, вот в прошлом году ходила. Несколько занятий у меня было. И с кем? С манекеном танцевали? Танго, там пока одни сначала там сначала одни учат, а потом пару у меня не было. Я не нашла почему-то. Пока не было. А почему вы не нашли? Ну, нашла. 51 год. 51. Осталось чутка, немножко до рассвирепевшей. И красились, конечно, да? Нет, я давно не крашусь. Да, уже нет. Вот как развелась, так и все. Не до этого просто. Ага. Ну не до. А если будет до этого? Сейчас вы креститесь. А уже не хочется. Сейчас креститесь, расправите плечи, Христос вам даст дыхание жизни, и вы полетели уже на это. Самбо будете это. Вот что там, танго это какое-то. Или салсис, там какие там они сейчас крутят вот так задницы. Ламбада. Нет, это уже устарело. Нет, я не буду. Платок я на работу. Какие-то 51 год танцы. Носить буду. Господи, дома хожу все время в платке. И я приду на работу в платке. У меня есть опыт. Вы можете дома заниматься танцами. Это гимнастика называется. Вот это очень приветствуется. А потом вот как Анаит. Жук на кухню. Жук там по хозяйству где-то. Вот это нормально. Да, и крутитесь там, как белка в колесе. А посты как у вас? А, все соблюдаем. Ну она давно уже, Ольга, да. Ольга, сестра уже, как говорится, маститая у нас. Там работает. Да? Как ты, там не против? Нет. Игнатий Игнатьевич, вы не против? А, нет. Крещение не против? Вам плюс ставить? Нет, не против. Я тоже плюс поставлю, мне понравилось. Только что мне рассвирепело.
Не танцевала. Да. Не, пускай дома-то гимнастикой занимается. Гимнастикой кто занимается? Конечно, гимнастикой. Гимнастика, это а так, эти спортивные упражнения мало полезны. Так, кто тут следующий? Так, следующий у нас Безрукова Татьяна. Все, да. Мы тут поставляем. Это Володя Пащенко, двоюродная сестра. Да. Это у которой муж, что ли? Да? Да. А, Володя, а что ты мне забыл сказать? Я-то ее кто видел там на фотографии. Безрукова Татьяна Владимировна, 47 лет. С города Артемовского. Разведена. Ну, я так понимаю, что засверепевшей не будешь. Наверное. Нет. Словом Божьим занимаюсь уже 2 года. С братом Владимиром. Поручитель у меня второй. Ольга Матина. К Богу подошла осознательно, то есть... Бог живой, и Он не зря меня избрал. Я за. Посты 2 года соблюдаю уже. Ну, дело все в том, что я просто вас не узнал. Брат показывал фотографию. Фильм, который говорили. Да, он тоже со мной 2 года, да, тоже посты соблюдал. А мы с братом его, все время соблюдаем посты, и там рядом. Не будет, и... Просто он мне не сказал. Чтобы добровольно, желание. А, работаю, завод Карбоцел, фасовщик-упаковщик. Да, фасуем клей. Да. А сын во Христа верует, что Христос? Да, да, да. Вот если я когда начала заниматься с Володей, то есть, ну, Словом Божьим, я ему сказала, Бог все видит. И он сразу так, раз это, ну, он так-то у меня домовой мальчик, это, неплохой, послушный, вот. И вот у него заболел зуб, а время вечер, зубной у нас не работает. Я ему говорю, так ты попроси Боженька, говорю. И поблагодари его за это. Бога только в следующий раз не надо. Да, Боженька, все забудьте это слово. Ну, я-то, ну, прошу прощения, я так теперь и сказала. Теперь скажите, я неправильно была, не права была. Да, простите. Бога. Неправильно выразилась. Библия, не книжка, я, книга. Попроси Иисуса Христа, говорю, чтобы он дал тебе, чтобы у тебя зуб успокоился. И на утро, говорю, чтобы, ну, ты поспал хорошо до утра, чтобы мы съездили в больницу и удалили. Помолись, говорю, ну, еще своими словами. Можно было не удалять, может? Вот, ну, сейчас он все это сделал, и утром встал, он говорит, мама, это работает. Я говорю, это Господь видит, говорю. Сын помолился Христу, чтобы зуб прошел, и зуб прошел. И скажи, это работает. И это работает, говорит. Как у Самиры, я... Самире приехал, раздуло, говорит, вы только в комнату вошли, у меня опало, и зубы не болят. Это мусульманка, жена мувы. Он готовый к крещению. А у людей, которые строили это, и туча шла, а они крышу делали. И позвонили вам и говорят, помолитесь. Помолились, они говорят, туча, говорит, стороной прошла, все, говорит, крышу доделали, все, потом дождь пошел. Это Сартисон, когда принимали крещение. Прямо развеялась, а так, как дыра, какая в небе. Крещение прошло, опять сошлись. Это такое чудо было тогда. Думаю, как так, дождь сейчас крещение. Да, да, прям при дожде было, я рассказывал братьям тоже. Она, представь, откуда приехала? Свердловская область, город Артемовский. 2 голубя привезла мне в коробке. Дорогой поила белых. И кормила их. Нет, белые это почтовые. Такого подарка мне никто не делал. Никогда она не была. Но, я ждал, да, за. Ну, конечно, я тоже. Спасибо. Так, я брата Владимира знаю, он давно беседовал с ним. Я, можно сказать, с самого начала знал, когда в вашей душе происходила перемена и так далее. Я так удивлялся. Это все потому, что брат... Людмила, кто Людмила? Мы раньше были свидетелями Иеговы, ходили вместе. И когда вот он уехал, конечно, это... то есть Андрей Смирнягин... Вы еще по возрасту, да, пословите? Да, мне 47 лет. Ну да, да, понятно. И когда вот он его увез сюда, конечно, мне стало плохо без него, без его поддержки, без... Но, однако, вас Христос не оставил. Да, 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 да. Господь нас все равно свел. Может, прямо сейчас она сходит за сыном? Прямо сейчас сходите за сыном? Давай. Не Ланцова, да? Шеломцева. 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 Кто это такой? Очень хороший. Шеломцева. Шелонцева. Шелонцева или Ши? Е. А,
Шелонцева, да. Шелонцева Людмила Васильевна, 62 года, приехала с Татарстана, с Нижнекамска. Это наши татары. Татары чуваши. Да. Тоже из мусульман, да? Нет, я чувашка. А не мусульмане тоже? Нет, нет, нет. Христиане? А, не, язычники. А, тоже еще язычники. Язычники, да. Папа был крещеный, а мама была некрещенная. Но росла с мамой, мама постоянно... Но при маме, когда мама была маленькая, при ней была ее тетушка. Тетушка из язычников, но была крещенная. Это года были эти 35-е, 36-е года. Вот. И мама моя, без слова «Бог», никогда никакое дело не начинала. Всегда она, ну, и меня всегда, я говорю, вот так сделаем. Она говорит, так не говори, надо сначала сказать, как Бог даст. Не давая обещания, всегда как Бог даст. И вот с благословением Бога она начинала все свои дела, мама. И вот как-то вот через маму, хоть и мама была некрещенная, я вот, в общем-то, начиналась моя вот эта вера в Бога. И хочу сказать, что по поводу крещения, я крестилась мочением в 90-х годах, когда повально открылись все храмы, церкви, когда люди повально пошли в храмы креститься, якобы креститься. Да, да, да. Вот. И, в общем-то, мы там были человек 50, в кругу стояли, нас обливали просто вот так вот, брызгали кисточкой, кропили, да, нас водой, потому что было народу очень много. В одном кругу мужчины, женщины стояли. Вот приняла я такое якобы крещение. Но тут какое-то время, лет 10 тому назад, мне попались ролики Игнатия Тихоновича. И, в принципе, 10 лет тому назад я прошла мимо них, они меня не тронули. А вот 5 лет тому назад я на них остановилась, стала их постоянно слушать, смотреть. И у меня было большое желание, конечно, сюда приехать, лично повстречаться, пообщаться, именно вот прикоснуться ко всему, что у вас тут. И как-то вот все собиралось и думал, Господи, продли жизнь Игнатия Тихоновича Ларкина, чтобы у меня была возможность сюда приехать. И... Павел, заходи быстро. По вашим молитвам продлил Господь. Да, и где-то месяц, может быть, 2 лет тому назад мы с моей духовной сестрой Мариной общались. Я говорю, вот я смотрю такие ролики. Она заинтересовалась и говорит, давай поедем. И вот мы с ней вместе решили сюда к вам приехать. И... тут же позвонили Игнатию Тихоновичу, как-то Господь открыл, тут же первый звонок, он говорит, звоните Вячеславу, Вячеслав покупает билеты. И буквально одним днем вопрос решился, и звонок Игнатию Тихоновичу, и покупка билетов сюда. И потом я своей этой радостью решила поделиться с сыном. Я говорю, Никита, я говорю, собралась ехать к Игнатию Тихоновичу. Ну, пока мы, значит, поступили в группу оглашенных. И Никита, значит, у меня молчит, мой сын. И потом, как я говорю, Никита, почему ты не интересуешься? Куда мама твоя собралась? Чем хочу заниматься? Он говорит, ну ладно, мам, что ты это самое... И потом какое-то время он зашел в интернет, в Google, и звонит мне, говорит, мам, ты что, куда там собралась? О чем ты думаешь? Я со слезами, значит, плакала, позвонила своей духовной сестре, что сын меня не поддерживает в моей поездке. В расстроенных чувствах позвонил Игнатию Тихоновичу. Я говорю, Игнатий Тихонович, пожалуйста, помолитесь, чтобы смягчило сердце сына моего. Так, подождите, давайте вы о себе потом плакать будете. О себе. Да, и потом, значит, Игнатий Тихонович разговор был недолгий, но Игнатий Тихонович помолился, и через неделю сын звонит и говорит, мам, ну я знаю, что ты же... что ты у меня женщина не глупая, я тебя благословляю. Даже такое сказал слово, благословляю. Да вы о ком сейчас все? О сыне, что он меня благословил на поездку к Игнатию. А чем вы так долго об этом сыне своем говорите? Дайте о себе, а? О себе. Он верующий у вас или что? Ну, он ходит в храм. Это чудо такое произошло. Да, это же чудо для меня. Не простите. Меня. Да. Вы вообще-то, вас он благословил сейчас, вы на занятия ходите с мая, вы его должны благословлять давным-давно и уже и так благословлять, чтобы он его такое, трусило его уже,
Страха Божий-то есть у него? Ходит он в храм, курит? Курит. Отлично. Пьет? Выпивает. Великолепно. Благословил. Все. Вы благословите его, потому что вы не курите, не пьете. Вам 62 года, мужа у вас нету, я понял. Мужа нету. И не будет уже, потому что вы рассверепевшая будете. Я не собиралась. Я, слава Богу, 20 лет без мужа и знаю, что это прелюбодействие, и Боже упаси. Прелюбодействие? Да нет, это не прелюбодействие, но... При живом муже. Так, замуж выходить, да. Вы подождите, не плачьте о сыне своем. Вы, да, плакать надо будет. Вы сначала сами креститесь, потом будете плакать о нем. Тогда прям вот с крещения выходите, и прям чтобы вы мокрые были, не просыхали. Вот тогда плачьте уже. И сын. Вот я понимаю. Вот, сын, потому чувствую. Что у меня мужчина в доме, это сын. Вы о себе, пожалуйста. Поэтому... Думайте, вы идете ко Христу. Ваша душа песнь Христу должна воспеть. А вы не успели сами креститься, а сыне плачете, все, плачете. Ну, может быть, у вас пророческий дар есть, я не знаю, может, вы уже знаете, что креститесь. Из-за сына могут быть конфликты. Конечно. Мать обвиняет церковь в гибели сына. Как? Вот в церковь не пошла бы, я бы была рядом, он блевотиной захлебнулся, а я бы перевернула его, все было по-другому. А в церковь пошла и сына потеряла. Вот и все. Место писания. А теперь как отпеть? Замужем мы были в беззаконном браке. Да, невенчанная. Да, невенчанная. А вы пишете в законном браке. Ну, то есть вы регистрированные были. Государственные. А, да. Это беззаконные все равно. По государственным, по мирски. Ну, понятно. Тут самое главное это в чем, почему этот вопрос задается. Когда есть время у человека еще вот эти вот там всякие... По возрасту до 60 лет у женщины, мужчин нет ограничений в возрасте, когда жениться, Господь не ограничил, то просто вы должны исполнить это как закон и все. Поэтому мы здесь напоминаем сразу. И не просто так напоминаем, различные были. У нас уходил, вот только крестилась, и уже в штанах ходит по Барнаулу, а потом, а что, крашеная, и уже потом на следующий месяц под ручкой с мужиком. А ей там за 65 было. Ну, помните эти случаи эти. Все это было у нас, все здесь было. Поэтому мы сразу предупреждаем вас. Да и желания не было пока 20 лет, слава Богу. И не думал даже об этом. Очень хорошо. Что, не перегорело. Да, а то вот сатана так сделает, что так загорится не останется. Когда крещу надо? Заводить крещу верного это... Ну это мне раньше надо было, я не могу почерк ваш читать, у меня у вас буквы такие квадратные какие-то, я ничего не могу. У нас тут останется, хорошо понимается, такой почерк. Вижу, что прям от нас, нашего региона. Ну я не могу его читать. У нее еще такой особый такой склад. Александр Борцов их привез. Они недалеко от Александра Борцова. А, Марина, где Марина? Это вот, епископ. А, это она. Марина. Она с ней подожди. Вместе, поэтому там все хорошо. Вы с ней вместе? Да. А где вместе? Ну, в Татарстане? Мы в одном городе живем на одной улице. А, это вы про нее говорите? Да, 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 да. Да. Кто на, как это, кто на том стоял, говорит? Понятно все, все ясно. Игнатий Ильич, вы... Я бы сказал бы... Допустить. Допустить, да. Ну ладно, я тоже думаю. Она осознает все эти ошибки. Да, я по глазам вижу, что она не будет рассверепевшая. Самое все. Главное. А о сыне плачьте. Еще как. Надеюсь, а неверующим плачьте. Он у вас алкоголик и табакур это нечестивец. Понятно? Благословил вас табакур и нечестивец. Ну, сказал, благословил. Мало ли что он сказал. Они сейчас вот так пушку вот так дергают. Бу-бум! И благослови, Господи, бу-бум, туда полетел вот такой снаряд. Нет, еще благословили тоже. Нет, что еще хочу, можно слово добавить. Он мне на Новый год подарил телефон, сын. А у меня есть старый телефон, смартфон. Я говорю, сын, зачем ты тратишь лишние деньги? Я говорю, мне он не нужен. Он говорит, мама, чтобы ты его открыла и оформил этот телефон. Я говорю, ладно, после, говорю, Пасхи. После я это самое
16 апреля, я говорю, я его открою. И 16 проще скажите, пожалуйста, проще, время. Проще хочу сказать, что то, получили? Что благодаря этому телефону я попала на скайп. Если бы не было этого телефона, я бы не могла пользоваться скайпом. Все. Поэтому тут тоже какой-то промысел я вижу, вы понимаете? Ну, правильно. Все? Абсолютно. Все понятно. Конечно, промысел. Он ваш сын. Вы должны плакать о нем, он неверный. Богу. Уткина, Уткина, да, Надежда? Простите, если что лишнее сказала. Да, нормально все, мы же мало разговариваем. Просто эти люди же и дальше. Еще надо косить, вот там все выкосить надо, приготовить. Заявление. Угу. Вот. И тетрадь. Это тут я тетрадь, да, написал прям всю свою жизнь. Да, а это вторая тетрадь 100 проповедей Игнатихновича я записал. Подождите, вы эти оставьте. О, это что такое? Это 100 проповедей Игнатихновича, все места писания. Это там примененные. Это вы выборку делали, что ли? Ну, я слушал его, вот сама Елена на ее канале. Сколько это, длится вот это вот, короче, все. Об экономии в церкви, это Игнатий говорит проповедь, а вы местописание? Да. А, когда он читает, вы записываете и проверяете, да? По Библии. Ага. Ну, это как бы для себя вы оставьте, конечно. Это да, я это для... пример для других. Да, пример отличный, ничего себе. Это ну, а тут я написал просто вся жизнь, от рождения. Ничего себе. А почерк у вас хороший. Почерк вот хороший, даже лучше, чем вот. Как брат это? Павла. Будущего, может быть, брата. Сейчас тетрадка такая еще как настоящая. Ну а что, Игнатий? Сейчас он придет. А вы говорите? Что? Коротко о том, что вы тут написали. Ну что, с 30 лет я уверовала по болезни. Ну и в сектах я никаких не была. Детей я старалась воспитать так же. Трое детей у меня. И с мужем мы 50 лет живем. Ну, он вас не притесняет, ничего? Сам верует, да? Нет, он со мной на всех молитвах бывает, на собраниях, борода у него. Вот. Ну, он не крещенный, да? Ну, как вот и я так-то. Но пока он не согласился со мной ехать. Он побоялся тут не выдержать тоже работы. То есть вы понимаете, что такое ходила к бабкам? Да, это все наше дело. Чумак, ой-ой-ой, сидели у телевизора, ждали, когда ветерок приберете. Да, ну это было давным-давно. Венчаны мы в 94-м году. Ну, вот так. Вас интересует мой наказ? Интересует. Днем я ложиться спать. Если уставших, стенки вот так вот возьми, подушки подложи под себя, чтобы вот так было, потому что это вредит здоровью. И всегда перекрестись, Господи, как угодно тебе. Со сном надо быть аккуратным. Третью часть отдавать сну я забунтовал в свое время. И сон ушел у меня, и 2,5 часа в сутки стал обходиться. Днем умом, а ночью только руки работают, переплетают, переписывают. Или Заров, который с глазами рвал, 3 часа спал всего. Ньютон, 2,5, кажется. У вас перелом был? Шейку бедра сломали, что ли? Да вот я хожу почти как вы. Нет, у меня не перелом. У меня много грыж там позвоночник. А сколько вы в занятиях-то участвуете? Да я вообще давно на ваших каналах, но присоединил мне Николай 4 декабря. На Соловейских островах была? Да, в Израиле я была 2 раза. Все старалась, отовсюду эти камешки, масло, воду,
платочки, четки отовсюду возить. Икон у меня в одной комнате 200, около 200 икон. Ну, теперь я это все поняла. Мне никуда не тянет и вообще никуда. Мне много было подруг. Вот, я им это все благовествовала. Они купили фефилат болгарского, но читать забывают. И сказали, больше не говори нам ничего. И теперь я одна. Но ходим мы в церковь вместе с мужем всегда. Вот. Ну, однако же, человек старается. Это когда такой муж, это пусть он что-то еще не принимает. Но... Да, не, ну он с ней ходит, ясно, что да. Она его ведет. Это понятно. Не всегда. Ну, я чего такой очень интересный. И тут я все стараюсь записать, чтобы ему-то рассказать это все. Ну, я сейчас смотрю людей, многие смотрят, вот, и пишут, что они на занятиях бывают. И знакомлюсь и понимаю, почему вы молчите. Я-то стараюсь разбудить вас. Получается, с точностью да, наоборот. Рахиль так возопияла, что веревки да. Моего ума не могут достигнуть колодца твоей мудрости. Будь ты прав. Ну и что вы скажете-то? Я думаю, надо крестить. Я думаю, что если она будет соблюдать, то что не превратилась, то в раисту Блинникову. Которая в Москву увезли. Так она померла, Раиса, уже все, теперь что? В смысле, не ослепла? Да? Не ослепла, в смысле, или... Ну, Раиса, основную характеристику скажите. Ну, вы знаете, как у нее было, она всего лишилась. Ну, то, что она от нас уходила. Она никого не узнавала уже. А, ну... Тут надо быть ну, бодростью. Да, да, да. Здоровье, в общем, говорит, психическое. Лишний вес сбросить. Каждый день на стороже стоять. Я последний день живу. У них завтра день рождения. А что день рождения так важно для вас? День рождения... Да нет, ничего не важно. Я дни рождения с 15 лет не соблюдаю вообще. Забыл, сколько мне лет. Креститься. Да, если бы это был день именины были... Крещение, день рождения получается. Вот чудо. Смысл вот такой. А, ну как бы тут чудо какое-то. И суббота. Да. Именно в субботу уже. Получилось. Ну, мы постоянно мы проще, по мы просим, просим просто ответить на 11 вопросов поставленных. Вы здесь не отвечаете. Ну, кое-что можно, конечно, из вашей жизни взять. Я за, чтобы допустить. Да, да. Я не против совершенно. Видно, что человек старается. 67 лет, тем более уже. Все? Да. Говори на любовь. Так? Что-то сам такого не было. А, вот мальчонка пришел. Угу. Пришел. Сейчас его можно пару минут. Скажите. Я на то, чтобы хорошо подумал и крестился. Что, вчера перекупался мальчонка? Меняется. Отказался от крещения. Все, не буду больше нырять, да, страшно. Болото там сам сделал, а теперь сами туда погружайтесь, да? Ничего. Че, как почему? Я что-то там прыгал по этой тине, вот так вот все этими клубами, тучами. Воняло там все этой тиной. А теперь давайте идите вы туда погружайтесь, а я не пойду. Все, мне грязно, да? Вот так вот вчера нырял, у него вот такая грязь вот тут вот. А ты тут поднимаешься, они туда лицо втыкаются, и вот такая грязь. Я его вытер вот так вот, грязищу. Это каждый день, когда купается, не так. Сколько раз перекупался, теперь не хочет креститься. Да, конечно, хочет. Ничего, сейчас там чистенько. Он верует в Иисуса Христа. Так и там можно сходить так легко. От матери зависит много, конечно. Он сказал, что будет. Этот момент может никогда не повториться. Деревенский парень. Батюшка уже немощный здесь. Корову дуешь? Тебе с матерью в церкви будет. Корову дуешь? Нет, у нас нет коровы. Нет коровы. Нет. Мы сейчас в квартире живем.
Углем топитесь? Нет, почему? Сейчас центральное отопление. А, центральное у нас. А чем он занимается? Послушный-то чем? Посуду моет или что? Всю работу в домашнем полу. А полы умеешь мыть вот так вот? Наклонился и тряпкой. Умеешь, да? Полы, пыль, пылесосит. Даже себе яичницу готовит. Ну, в пост яичницу нет, нельзя. Нет, я имею в виду, что... Да, а он постился с вами? Да, да. Так вы тебе нравится поститься? Каша на месте. Честный парень. Чувствуется по глазам, вообще честный. Другой бы сказал, конечно, нравится. Посмотрел бы неправильно. А он молодец, видно, что будущий православный парень. Ну и все тогда, что мы пишем. Вот сейчас скажу, где вот. Крис Топчук Иван, да? 13 лет. Ставим тебе тогда два плюсика. Ты когда крещение принял? Ты готов, да, погрузиться? Молодец. Вместе с мамой. Еще послушней будет. Ваня? Вот не послушан ты. В прошлом году он принял крещение, и ему это сильно полезно. Он намного умнее стал даже. Ну, это хорошо. То, что вы играли там недостойно, смотри, самый правильный путь выбрал покаяния. Так что я отставаю. Это он тебя научил. Это живой человек, возраст живой, считаю. Как карась. Он тоже вытирал. Господь его просто обидно благословляет. И будете свидетелями в школе, рассказывать о Христе. И Господь вас на руках понесет. И это правда. Вот это правда и истина. Дядя Игорь там плавает часами в воде. Будет купаться Игорь, я не купаюсь, я пришел плавать. Рукав от оби заходит, он не проточенный, но... И он сам еще только едва растает, уже плавает. А что делать-то, двигаться-то надо? Да, двигаться надо. Итак, пожелал или не пожелал? Значит, батюшке представить надо будет, уже большой. Не, он уже, он осмысленно уже пожелал. Да, ну, батюшке подойти. Ну, видать, спросонья встал, что-то. Мне же батюшке не в руку было. Батюшке проведи. К батюшке его. А там выдох? Ну, как выдох? А вы были? И вы вначале, да? Так, да. Кто там остается? Говорина Любовь. Кто еще? Говорина или Говорина? Говорина. Говорина. А, да. Кто остается? И остается Яшина Нина. Яшина. Да. Яшина? С Франции. А. Идите туда. Не видно, что вы с Франции. Чисто. Глаза русские. Ну. Можете сюда сесть ближе, пожалуйста. Говорина. 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 Вам загадка маленькая. Ле Мизерабле. Переведите. Ле Мизерабле. Мизерабле. Ну ладно. Как переводить? К месту. Ле не к месту. И какой перевод? Мизерабле. Давай спрашивай. Да, мы же это, любовь. Вот любовь. Готовьтесь. Вот и заявление. Здесь вот все по порядку идет. И Шерлякам. Не надо. Катерве дизве. Катерве дизве. Больше на немецкий похож, да? Катерве. Это тупаны. Понятно. Это вы французский язык знаете? Да, да, да. Там, ну, я у говорю, них такой. Это... По-русски скажите, по-французски 98. Катерван дюзвит. Катерван дюзвит. Ну да, немножко не так, как вы сказали. У них катер 4, у вас, значит. Катерван. Десятка. 4, 2, 8, 10 и уви 8. Вот. Это 4 слова, чтобы 98 сказать. Это вот из-за этого у них Варфоломеевская ночь там случилась. Что-то перепутали и вот так вот. Понимаете, надо было праздновать, а не давай убивать. Столько слов. Да, слишком много слов. Слово сказать. Вот скажите такое. Сзади кто-то идет и разговаривает, мешает вам. Как вы ему скажете, замолчи там или как? Выразите. Тетло. Ну там есть, говорит, я попрошу, пожалуйста, не разговаривайте, это нам мешает. Французы, они культурные такие. Котик. А немец, он просто одним словом это расскажет. Котик. Одно или слово. Просто, s'il vous plaît, taisez-vous. Это пожалуйста. Да, пожалуйста, замолчите. Замолчите, да?
Ну, или потише. Прекратите разговор. Потише. Имя скажи так, только одно слово. Гальтемауль. Грубовато, да. Грубовато. Гальтемауль, а что означает? Заткнись. Это уже не прилично. Или можно сказать, парли дусмо. Ну что? Вот это хорошо. Игнат Тихонович, вот не туда. Не туда, но все равно любовь. Внимание. Говорим. Давайте к своей, это, не зарубежной. К русской, к своей, простой. Наша, красноярочка. Ну, я тоже. Это тоже сейчас. А это наш такой сибирский юмор. Надо знать его. Вот привыкайте. Грубоватый. Ну, любовь. Вы ничего не хотите сказать? Ничего. Я только спросил бы, сумочка у вас для чего? Очки вот положила, ручку, тетради. Меня судья стоит. А потом спрашивает, вопрос один, можно, а вы где сапоги взяли? Это целая история. Я, пока он считает, несколько минут скажу. Я вел занятия в высшем авиационном училище. Ну, их сильно трогали мои выступления, там обращались некоторые к Богу. И офицеры идут, а там большие звания, полковники. Вот какое впечатление, мне кажется, я не учился, говорит, никогда. И дальше идут, ну, с нами зайдите, я зашел, вы выпейте пиво, там это, вобла, я не беру. А сапоги возьмете? Я говорю, а он полез за диван, новые сапоги. А какой размер? 43-й, это мой. Я студент, и говорю, вот откуда у меня сапоги? Из-за дивана в авиационном училище. Вопрос простой, а сколько в нем заложено? Итак, самое маленькое, я подумал, что медицинские работники, они всегда с собой имеют. Там для тетрадки. Ну ладно, ладно, я просто... У ней основное с мужем все, то есть муж неверующий, но вот отпустил, слава Богу. С мужем не будет хуже, если будете молчать. Один говорит, самое простое, святой воды возьми, когда он ругается, и держи во рту, пока он кончит. Не глотай, и все пойдет по-хорошему. С собой бутылек. Так, Елена Гладыщук, ты же поручительница. Mm-hmm. Что скажешь? Ну, она сейчас себе еще не рассказывает. Вы его увидите по скайпу на нас, мы побеседуем с ним, с мужем. Игнат Тимович, пускай она что-нибудь скажет, что голос услышит. А? Ну, чего-нибудь скажет немного хотя бы. Как пришла, она тут расписывает все, конечно, но... На наш сайт заходите, там все. Это лаконично можете сказать? Я очень долго искала. Я очень долго искала, и потом, когда вот уже прочитала, сначала видео посмотрела, потом стала читать, и я поняла, что я нашла. Вот. И сразу же вопрос был, платок одеть? Вот у меня сразу же муж восстал, что я платок одела, но я уже одела его, потом не сняла, переоделась сразу в одежду. То есть приняла решение, что все, я уже вот нашла истину. Ну, вы были в штанах, одели платье, да? Да. Вот так сразу же все поменяла и обратилась сразу же. Красились, перестали, да? Перестали. Сережки сбросили, все, да? Сережки давно у меня Господь снял. А, цепочки нет, без креста, нет, крест повесили? Крест повесили, я с крестом. Не забыть, чтобы ей книгу дать. Хорошо. Сержка свобода дерьма. Батюшка у вас сменился, и там что случилось дальше? Я уже отложил. Ну, а батюшка другой пришел, он крестит обливанием тоже. Я когда подошла к нему, он одобряет обливание. Вот. А одобряет и Слово Божие приводит, да, что Христос сказал, обливайтесь. Он песком сказал. Вот, ну это понятно, это не еще дальше. Вот. И он знает тоже, батюшка, и сказал, что я поеду креститься в Потеряевку. Я же стояла в оглашенных. Дневник ведет. Замечательно. Редкое случай. Да, да, я прям тоже удивился. А сколько лет дневник ведете? А вот как обратилась сюда? Ну, вы говорите точно. Год назад я сюда. Год назад? Да, понятно. Ну, мы знакомы с ней немного уже. Я тут ее встречал. Она телефон отключила и доехала до Барнаула. А тут кто у нас остается? Вышла на перрон и...
тогда решила посмотреть телефон. Видеть никого нету, пусто. Она очень боится кому-то в тягость. Да, да, в тягость, конечно. Ну вот в тягости все. И мы ее вдвоем с братом прождали больше часа. За полтора часа начали звонить. Я чувствую, что что-то не то. Не могу. Начали вычислять, там что это. Ну, два было. Или спрятала глубоко. Но при любом раскладе телефон ее не интересует совершенно. Едет она, покаялась, все. Сказала, что да, так оно и есть, я о других не думаю, только о себе. Ну вот и пришлось ей на такси ехать. Да. Кого нет еще? Главное, что она не ругается. Это оговорена любовь. Вот это. А, это Яшина Нина. А где она? Вот она, здесь, из Франции. А вы из Меца? Нет. Из маленького города Сезанн. Сезанн? Игнатий Тихонович. Сезанн — это на границе Лотарингии. Первый вопрос, когда я говорю Нина Яшина, все спрашивают, там а кто это? Там проходили? Вы тоже. Нет, шампань Орден. Шампань Вакиль Яшин. Орден. Нет, это шампань. Да, там немцы во Вторую мировую проходили, да? Да. Вряд ли. Понятно. У Виктора Сезанн, там они да. Это... Вот там, об этом скажите обязательно. Там, да. Это, там крепость была где-то, да. Они ее брать штурмовали. Угу. Вот, Яшина Нина Васильевна. Так разговаривать не пойдет. Вы не во Франции, громче. Громче. Да, на два тона. Да. Яшина Нина Васильевна. О, как тяжело удается. Приехала из Франции, из маленького города Сезанн. Приход у нас находится в Мурмелон. И там я от Виктора Савченко узнала о правильном крещении. Он мне... От Виктора Савченко. Виктор Савченко. Он мне отпечатал... Он мне дал бумаги, отпечатал. Об истинном крещении, и я своему духовнику, отцу Андрею, показала эти документы и сказала, что отец Андрей, нужно креститься по-настоящему. И отец Андрей, в общем, не принял это положительно и сказал, о чем ты говоришь, ты уже крещенная. Но я просто ему даю документы и говорю, отец Андрей, просто ознакомьтесь. И я говорю, я вот, например, сомневаюсь, как я была крещена, у меня свидетелей нет. И потом не надо забывать, что это было безбожное время, когда нас крестили, как нас крестили. Мамы моей уже нет, мама ушла 2 года назад, спросить никого не могу. И, в общем, столько было голосов против того, чтобы я крестилась, и в итоге я здесь. А как вы доехали-то вообще? Да, с приключениями вообще. Вы через Белоруссию или через Польшу? Нет. Пришлось ехать через Армению. Армению сюда прилетели, да? Сначала... В Армению сначала прилетело с Франции. С Франции? Да, напрямую нельзя сюда попасть. Сюда прямых рейсов нет. А из Армении самолетом? Да. В Москву? Да. Ага, угу. А оттуда поездом же? Или самолетом? Нет. Самолетом ты встречал? Нет, из Парижа в Армению и из Армении в Москву. Какую игру строили? Вообще. Устроили такое мучение. Капиталисты. Ужас. Они умеют это. Ну, я поручитель у нее, Игнатий Ильич. Поручитель Елена Гладыщук. Все принимает, все послушная. Понятно. Такая, там вообще вопрос. Ваня, нет. Каким путем прилетали? Это надо через Египет? Да. Через Египет. Да, тоже летели. Так, все принять. На этом заканчиваем. Батюшке листик отнести это. Так, Лена, отнеси батюшке. Так, все. Теперь я скажу вам слово.
здесь 15. Кто готовится к крещению, сегодня сходите и искупайтесь. Воды не бояться. Прям на гору смотришь, глаза из орбит вылазят. Сажайтесь. Руки сложите вот так, правая здесь, а батюшка вот он стоит рядом. Шагнуть дальше, где есть. Вот батюшка там сделан деревянно, а ты дальше, чтобы тебе вот так было грудь. И во имя Отца колени пригни только. И не протирай ничего. Вот начинают хвататься за батюшку, как сумасшедшие. Во имя Сына и опять. Не фыркай ничего. Вдохнула? Вот так, во имя Духа Святого. Как была, руки не убирай. Все на этом. Дальше выходишь. Теперь тебя тут обиходят, сестры примут. Специальная палатка большая военная стоит. Ну не бойтесь. Вот у нас были такие, которые на фотографиях отобразились. Вот такие глаза, они все ушли. Другая такая, она упорная. Ну, везде противоречит. И вот как нас вот так пришла она, в воду зашла, правильно, как только ступать, у меня ноги окоченели, батюшка не может еще сделать, я там дала, она там ил, он вдавил ее буквально туда. Она теперь сразу вышла, так у меня недействительное крещение. Характер складывается. Это грань, это Рубикон, через который вы переходите. Такое место быть в воде, чисто, куда нефть не сливается, никаких отходов нету. Чего ж тут бояться-то? Пить ее не надо. Закрой глаза, если уж так не можешь. И погрузись. Вот пойдите купаться и друг другу подсказывайте. Там уже сделано, вот брат вот, Игорь Владимирович вчера. Да уж не один. Не один. Простое дело. И ну, сделайте вот так, чтобы было радостно. Вот у него жена, когда крестилась, она так и была. Улыбка на лице, и она радостная такая погружается. Все. Фотография, да, есть. Но это же остается навсегда. Тем более у нас все снимается, вы увидите. Сейчас вот пришли у меня книги, еще привезли несколько экземпляров проповеди в стихах. И там фотографии. Это 368, наверное, страниц фотографий на 4 тома. И там всякие люди, где в библиотеках были крещения, принимали. Все есть буквально. Настолько красиво смотреть. А это на небе. Ангел поручитель за тебя будет. И там могут быть неприятности во время воды. Мы лежим на берегу, я сижу, а одна, тут она не одна была женщина даже кем-то, а другая пошла глухонемая. Она у нас здесь приходит, молится. И пирс. И она решила с пирса спуститься спокойно, маленько оттолкнуться и потом приплыть. Оттолкнулась, плыть не может. Мы после спрашивали, почему ты не вынырнула? Я не могу, она упирается, как плавать. Она умеет плавать хорошо. На одном месте стоит, как кто-то за ноги привязал. А я этой женщине говорю, ее долго нет под водой. Да это дыхательная гимнастика. Она этим занимается. Ну давайте бегите, скорее вытаскивайте ее. Она видит доски, она вижу, говорит, столбы стоят под водой. Я упираю, не могу рукой достать. Вот и все. Господь через священника освящает, и здесь эти духи злые, которые есть в воде. Это молитва у меня такая специальная. Поэтому, когда молитесь там, крепко уповай. У меня этого не должно быть. Тем более, рядом священник стоит. Прям за него хватаются. Там за перила, за нары. Ну что это такое? У нас был тут очень хороший священник. Прочитаю еще. Сейчас, подождите. Из Германии с женой. Уже договаривались, все хотели потерять. Ну нет хода прямого-то из Германии-то. И в это время священник договорился, что я буду купели. Все как, я говорю, не будет. Ребятишки будут хвататься за край. И священник скажет, это все равно. Даже если говорят блоха, с блошиный глаз, не погруженная, крещение может быть недействительным. Ты наоборот пойди, чтобы воды столько у тебя сверху головы было. Тут простые слова-то все. И он, священник, так и сделал, испортил. Он ушел вообще тогда из православия. Хорошие люди такие были, потеряли их, семья целая. И сразу там, видно, переоделись. Знаешь, о чем говорю? Так, поблагодарим Бога. А Игнатий Ильич, можно я добавлю о пирсе? То, что Игнатий Ильич сказал там, вот батюшка стоит,
А вы там дальше, не просто дальше, вы когда сойдете, там будет мягенько так, хорошо ножкам, там резиновый коврик, там батюшка стоит. А вы пройдете, там открытый вот такой, пройдете и с этого коврика наступите в ил, понятно? Там глубина на 30 сантиметров больше. И не, к батюшке не тулитесь, он будет стоять, ему вот так будет всего. Как он вас погрузит? А вы туда, когда сойдете, вам будет вот так. Мы вчера все. И вот каждое проверьте, туда шаг сделайте, не бойтесь. Там будут две палки и батюшкина рука. Вот это, тут вот не надо цепляться за палки ни за что, батюшка вас придержит. Так, тут еще одно. Обычно после крещения крестным ходом возвращаются сюда, и батюшка причащает. Но, как я понял, он причащать не будет. Отложит на воскресенье, потому что мы ждем митрополита. И который потеряет все, в субботу, вечернюю, сходить на исповедь. На исповедь, чтобы все одновременно могли причаститься. Это у нас будет лебединая песня. Может, обстановка будет очень и очень сильно не та. Даже эти всех причастит, а мы, которых он крестил и знает, примет на исповедь и причастимся. Так, сегодня надо узнать, у нас обед где будет, здесь или в степи? Как скажете. Ну, первый вопрос, кто-то просился в бане. Кому баня нужна? Поднимите руки. Никита просил. Уже не надо. Уже не надо. Уже не надо. Баня вон там, в озере. Надо, если баня, то лучше сегодня было. Ну ладно, мы поговорим потом. Поговорим. Теперь мы делаем так, когда был лагерь, то чтобы комары не ели, мы выходили тут в холм, и на холме там обед. И каждый год мы это повторяем один раз. После этого молимся там, где от комаров место такое. И, наверное, сегодня сделать... Костюм. Ну, единственное, что сегодня очень жарко. Не знаю, надо оценить. А завтра какая погода? Завтра меньше. Ну а что там? Ну тоже жарко. Грелся. Сегодня 35. Mm-hmm. 35. Все в головных уборах. Костер, конечно. Попросили в субботу сделать. А? Попросили в субботу сделать костер. В субботу. Ну, в субботу, пожалуйста. Костер в субботу. Сегодня надо будет очистить площадку для крещения. Ну или завтра с утра. Траву скосить. Сегодня и дырочки надо, сделать, да, под хоругви. Сегодня можем, Володя, баню все же из топи, кто некоторые приехали, в русской бане побыть. Поговорим, так как вода, котел маленький, что вычерпать, полторы тазика разрешается на человека, то холодной воды сразу туда добавляй. Ну, это маленькая банька, но чистая, хорошая. Но сегодня больше мы никуда не назначены. Костер на субботу решили? Костер лучше в субботу, да. Уже все крещенные будут. И обед, и моление оставляете на субботу. А обед? Я не знаю, либо обед, либо сегодня, а завтра-то может и не быть возможно. Я сегодня сделать обед на холме, ну, и сразу там молимся, у нас уже два дела отойдут. Это мы память о лагере. Детский лагерь у нас был, я 45 лет его директор. Елена, шаги вперед, маленький. Вот сестра, у нее талант есть один, она главный диетолог. При моей болячке. Я часто спрашивал, вот, болею, я спрашиваю, в интернете нарывался на это, говорю, почему я не болею-то? И нынче заболел сразу с четырьмя болезнями. Сразу. Ну, тут меня не окружили, то можно нельзя, то нельзя, и что она советовала, мне все пошло на пользу. Почему вот я сижу за столом и капризничаю, там то укроп, то это не надо, то соли не надо, я строго придерживаюсь. Вот если охота, захочется вам побеседовать, если болеете чем-то, диетолог, если так назвал, не обидно. Да. И вот она, ну, большое внимание этому уделила, и здесь даже я уехал, она все еще наблюдает. Как это у тебя там, как у вас там это, соблюдаете или нет? Ну, соблюдаю. Это ягоды, особенно, чтобы больше было ягод, клубничные листья насушить. Мы все это делаем. Которая из Санкт-Петербурга, запомните, лекарство готово, очень богатое. Вчера матушка специально пришла, говорит, это, так, минутку, что у нее там не хватало, сейчас скажу. Может быть, мы еще где-то захватим. Вот он пишет, Ермолин Антоний, календула, многоточки называется. Матушка говорит, в городе это есть. Дальше, конечно. Пижма, ее не было, и вдруг достали пижму. Прям большая охапка пришла. Чернобыльник.
Это полынь такая. Я вырывал ее, бросал и не знал. Матушка подошла, она как раз и есть у нас прямо во дворе растет у него. Ну и набрали там я сколько мог, намолотил. И на русской пище растерили вчера палатку военную. И там сушится немного. Довести надо. Каким образом, надо подумать. Дальше. Чистотел. Я сегодня вам дали? Да. Я посылал. Это мало. Ну сколько мог, я подсушил. И дальше тысячелистник. Но он говорит, для меня более всего нужно это пижма и чистотел. Ну и более всего вот это Чернобыль. Нигде не могу достать. А знаете Чернобыль? Четвертый атомный реактор взлетел. А в Библии написано, и пала с неба звезда по имени Полынь. Полынь и Чернобыль. И то место, которое с Чернобыль, полностью исполнилось как есть. И вот, значит, этому Антонио-то довести надо эти лекарства. Я тысячелистник, у нас просто плантации были, пошел, нигде ничего нету. Как это так? Нету нигде. Ну, главное-то, он не на это указывал. Чистотела много, пижмы достали, чернобыльник и тоже уже сушится. Так, не уехайте без этого. Еще. Я в прошлый раз говорил, кому нужны будут книги, не только для себя и для кого-то. Новый Завет переизданный и к истину православию. Ну нельзя так, живете только для себя. А мне-то 1000 экземпляров-то не надо. И в книгах, и во всем. Я просто вас остановил, чтобы показать. И у нас есть визитки, которые раздавать надо. Я вам тоже дам бесплатно. И там сказаны наши ресурсы, как идет крещение. Визиточки такие маленькие. Ну, маленькие совсем где-то. Я вам вот дам, вы их сохраните, вам издавать их не надо будет, у нас очень много их. Дальше. Дальше я хотел кое-что доказать вам, показать. Трудные времена начала перестройки. Я снабжал, по милости Божией, бумагой, и вот как, ну, это без корочек. Вот она как обрезанная, посмотрите как. А это вот самый лист полный, А4. Другие вот такими вот. И студенты приходили с университета с рюкзаками и тащили в университет и раздавали. Это все бесплатно. Бумаги вообще не было нигде. Поэтому я снабжал 5 отделов милиции, городское, краевое УМВД, больницы, университеты. Вот на себе все носил. И все это делали бесплатно. А то работы нету. Как же так? Живем в этой стране и нету. И в это время никто этим не занимался. Самое простенькое – бумага. А как люди благодарны, вы бы видели, сколько людей обращались, и в каждом деле. А вот это, допустим, я пишу письмо, ну это мой тоже переплет, и там, это уже что-то, видите как, целые книги, это моя печать, я перепечатывал. В то время ничего не было, а представь, одна, другая, до третья. А большие материалы насчитывал, полностью Златоуста насчитал, 12 томов, это 64 катушки по 375 метров, 8 рублей, кажется, 20 копеек. На Библию требуется 11 катушек, на архипелаг ГУЛАГ 9, на жития святых 40, 14 на 5 томов добротолюбия. Это в это время, когда ничего нигде не было. Магнитофоны насчитаны. Нашлись люди-специалисты, построенной кнопкой срывается 11 магнитофонов. Да, они стоили. У меня вклад 72 рубля был сторожем, а он стоит 320. А мне нужно 11, умножь еще, это вообще запредельно. Но Бог дал специальность, я 40 лет клал плечи по стране. Я хвалюсь моим Господом, это по благодати. И все это делал не один. Люди откуда-то с Эстонии привозили, дорогой даже было опрокинулись с машиной, где-то не давали, мы там что-то им делали, там то ягоды, и они тогда больше давали. Чтобы все издать, 250 катушек нужно. А их давали только по 5. В магазине не давали. И мы доставали. И у меня ящиками вот так вот буквально до потолка стояло где-то. И Бог так располагал сердца людей. Шаблыкина или какой-то в Москве есть. Ну, там метро, где заходят-то. И там магазин. С директором стали говорить, сколько дают? 5 штук. А там большие коробки, 100 штук. Мы говорим, нужно ящик. Он, а вы Библию можете достать? Можем. Как раз Гордеев меня привез туда, на Водокайске своей.
можем. И он нам денег, которых нету, дал денег очень много, чтобы купили, что хотели. А на завтра мы ему деньги привезли и привезли Библию. Первый раз нас видит в Москве, и такое доверие. Я начинаю теперь рассматривать, это невозможно. А почему он видит ревность, желание, чтобы люди это знали? Печатать нельзя. А насчитал пленку? Скорость 4,7 сантиметра в секунду. А переписывает этот маяк 205 на скорости 19. И две дорожки гонит в одном направлении, и две оттуда, 4. И на все каталоги составлены. У нас кипело все буквально. Через это сколько пришло людей, только Бог знает. А мы зашли, границы пересекли, там в Аргентине даже были везде. Люди увозили с собой. Поэтому никогда не говори, что «а что я сделаю?» Вот вы обращаетесь. Не знаешь, обратись ко мне. В любой ситуации в стране разрушено 71 тысяча деревень. 71 тысяча! Это государство вдребезги разносит то, что ее держит. Это не Наполеон, не Чингисхан не трогал сельское хозяйство. А сегодня другая ситуация. И как это? Вот мы добились статуса. Чтобы разрешили, тут депутаты против. Батюшка был в Москве, в Белом доме, и там священник был, Глеб Якунин, провел его. Вернулся, оттуда, видимо, сигнал. Проголосовали все за основание Патриархии. Сразу же, в один день. И вот мы, ну, что тут есть? Но здесь другой дух. Вот вы приезжаете, откуда только нету. Видите, из Франции тут. Ну, это не просто так приехали люди. Вот она, сестра стоит сзади. Из Ливана. У нас тут были из Италии, Германии, Франции, не считая близлежащие государства. И все, дороги все здесь сходятся. Мы восстановили за свой счет дороги. Это страшная цена. И мы ездим, тут прохода никакого не было. 5 прудов восстановили. И люди живут. Поселиться может, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Да таких людей нет, мне в администрации сказали. Мужчины все курят, женщины матерятся, говорят. Ну, посмеялись, да и все. А ведь мы-то с 30 лет сохранились. Да мы это сделаем. Сделай. Детей беспризорных сколько? Министр внутренних дел Нургалиев говорил, 3,5 миллиона показывает. Миллиона больше, чем гражданскую. Что вы сделали для этого? Это же наши дети. Господь позволил мне создать детский лагерь, построить строение, где они будут, в частном порядке. Набрать команду волонтеров. Вот все эти знают, вел уроки, брат, там. И я директор его 45 лет, без рубля. И мы подняли тысячи детей, тысячи, во славу Христа. И мы этих людей можем показать, которые там были, которые это приняли. Это не один, не два, у нас отовсюду были. Из Канады. Ну, они первую пересадку делали во Франции, Париж, вторая в Москве, третья в Барнауле. И вот таким кругом с родителями привозили детей. Почему? Такого воспитания нигде больше не было. За 3 недели наркоман делался чистым. Вообще не было. Он обижал там домашнюю сестренку, а тут целует. Он полностью другой делается. Но работа шла круглосуточно. Почему больше никто не... Нигде больше не было. А вот теперь дайте тот, мы к государству ни разу не обратились, а только защищались от него. И когда мы знали, что они приедут, а как узнали, они говорят, никому не говорили, а у меня башня, и стояли дежурные короли, как они из леса вывернули, колокол ударил, заперлись, деревня бежит сразу, ну и началось тут. А дети на крыше, заранее заготовили лозунги, и там написано, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. Представь себе, а коммунисты стоят здесь. И дальше там говорится, сила в правде, там нет силы Александра Невского, который, плакаты такие стоят. И они не заходят. И дети кричат, скандируют, не заходите, не заходите. И подняты руки, как новый пасаран. И это все нам Господь позволил сделать. Я, конечно, не вылазил в это время, а батюшка пришел, милиционеру говорит, ты еще стоишь. Ну вот такой, залез в машину, тут такое дело тебя завтра. И он залез, больше не вылазил. А я в келье там молился один. И они уехали, ничего нет. В один год только 15 краевых комиссий за 2 месяца. А там все были, да и с КГБ, и милиция, и пожарники, и электрики. Любыми путями. Там газеты под такие поганые, как «Московский комсомолец» на Алтае. Что они делали? Ничего не могли сделать. Но уже осенью начался расправу Господь творить.
который писал главные статьи против, нашли зарезанным где-то. Который там выступал где-то, с работы уволили. Мне в прокуратуре говорят, это что за разгром такой? Я говорю, у меня руки в карманах, я не вытаскивал. Это мы пережили все. Я только на то, почему не хотите этого делать? Вот сегодня вы видите, там нельзя, здесь нельзя. Вот большой юноша, говорю, стоит, мужчина. Он наши дела где только видит, он сразу их берет и начинает помогать. Он в юриспруденции разбирается. Такая-то статья, вот там они могут еще вот так-то подойти. Его никто не заставляет это делать. А вот он теперь полностью с нами. Да благословит его Господь. Вот Юрий будет Георгий. Еще один Георгий. У нас где Георгий-то еще тут один? Вот он где. Я хотел бы, брат, подойди-ка еще. Тут некоторые виновны. Скажите слово свое. Он здесь крещение принимал. Главное для вас задача была всегда, он шофером работает. Как бы успеть сказать пассажиру, пока он здесь? А он потом умрет, да я буду отвечать. Я правильно понял? Да, так и есть. Скажи это нашей комиссии, как говорится, табору, уходящему в небо. Братья и сестры, живите в мире, живите со Христом, любите друг друга, любите ближних своих, ну и с Богом. Молитва? Молитва, Игнатий. Так, давайте молиться. Достойно. А достойно есть яко воистину, молодое дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово рожшую, сущую Богородицу тя величаем. Помолись. Благословенный Господь, благодарим Тебя за эти необыкновенные дни, Господи, когда мы видим, что новые души приходят к Тебе. Мы видим, Господи, как в этой книге «Песни песней» отразил, Господи, Ты это состояние. Слава Тебе, Господь! Даруй, Господи, этой радости, о которой говорит Твой апостол. Непрестанно радуйтесь. Господи, когда мы с Тобой, эта радость открывается в нас, помоги, многомилостив, Господи, этим нашим братьям, которые и спрашивают крещение, чтобы все удостоились великого звания христианина. По воле Твоей святой. Даруй, Господи, чтобы эти дни прошли. Митрополит приехал в радости, в это общение, братья, в этом прекрасном нашем месте, которое Ты благословил, Господи. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Правда и святыми. Аминь. Аминь. Два часа 12 минут.